Это Nvidia, братка, зато как это нагружает компик. О, потекло вроде. Потекло? Да. Или не потекло? Потекло, потекло. Здравствуйте, здравствуйте. Если нас слышно, напишите об этом в чат. Да, если вы слышите Диму, обязательно скажите. Да, я люблю, когда меня слышат. Здравствуйте. Антон Тихий. Антон Тихий. Антон, почему ты тихий? Дима нормально, меня не слышно. Ну, я далековато сижу от микрофона. Просто говори громко. Раз, раз. Здравствуйте, товарищ. Хай. Дима орёт относительно Антона. Не знаю, Диму нормально пишут, слышно. Но меня слышно плохо. Так. Ну, возможно, просто нужно микрофон сделать погромче. Возможно. Я могу убавиться. Вот это? Да. Вот да, так. Вот так вот попробуем. Ну, давай пробуем. Раз, 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 раз. Раз, 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 два, три. Обожаю стрим настроек. Ну... Тут вот просят Васю сделать громче. Вася, где бы ты ни был, сделай громче. Ой, спасибо за поздравление с днем рождения. Очень приятно. Вы практически... Да! Попали. Практически актуально, да. В какой-то веке. Давай, снимай уже заглушку. Что, господа, у нас сегодня Катерина Краснопольская, Антон Паули, Дмитрий Корнов. Я сверху сегодня. Я сказала пол Антона. Да, да, ты продолжай. Продолжай. Плечо Антона Паули мы видим сегодня. И да, мы будем играть сегодня в очередную FMV-игру. Под... Вау, Антон, модные очки. Это из 2005-го? Нет, ты нашел. Ты что, инфакты не смотришь? Это самая свежатина. Смотри, как я могу. Опа. Опа. Вот так. Хорош. Мы так, вас все еще плохо слышно. Плохо слышно. Что ж поделать, но посмотрим, может быть, параметры звука вообще. Ну, может быть, меня убавить и общую громкость накрутить. Ну вот, наверное, это общая громкость. Да, это... Микрофон. Это может бродкастер подсирает? Конечно, подсирает. Не, он выключен. Черт. Но он как бы он даже в выключенном состоянии подсирает. Знаешь, такое возможно. А вот есть настройки микрофона, ну, которые ты просто громкость микрофона сама. Да вот я их пытаюсь найти, потому что с каждым обновлением винды они все дальше и дальше запорячивают эту настройку. Да. Местах, да, 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 да. О. Опа, а сейчас. Сейчас. Ну, сейчас я довольно громко должен быть, потому что. Потому что я прям нагнулся до микрофона. Ну да. Получилось. Вот видите, что бывает, когда люди долго не стримят, навык теряется. Конечно. Да. Это как кататься на велосипеде. Так. День не покатался, уже все забыл. В моем случае кататься на коньках. Не, так не работает. Я знаю, я просто говорю. Так, ну, Йети я выкрутил на максимум. Так, ну, Йети я выкрутил на максимум, точнее, ну, внутри. Ну, вроде довольно нормально. Как бы я сейчас стрим послушал, вроде все слышно, все хорошо. Как бы. Катя, тихо, потому что Катя да. Молчит. Да, но я говорю. Если, если все нормально, давайте да. Можешь приступим. Диму потише. Да, вот так вот. Ну, нет, Диму... это, раз, для, два, это, три. Это для меня чисто, потому что ты очень громкий. Не, ну, не, ну я даже вижу, что там зашкал идет. Но у нас вроде все по теперь ОБС. Теперь Диму тише, убавьте Диму в ок. Все. Вот. Ну вот сейчас мы в пределах желтой зоны. Дима я тоже. Себя убавил. Дима да, тоже, так что вот. Катя подсвечивает себя. И мы можем, в принципе... Я люблю подсвечивать себя. Да нет, на самом деле не люблю. И мы можем, в принципе, начинать.
Но перед тем, как мы начнем, не знаю, возник у кого-то вопрос, почему все это дело называется лазеры. Вот у меня он возник. У меня не возник. Потому что это ты придумал. Да нажми игру, чтобы может быть, сыграть. Может быть, расскажешь, почему лазеры? Потише сделать, наверное. Ну, FMV-игры, они появились из-за того, что появилась технология CD-дисков и... Вот лазеры, которые ты, могут ты, их считывать. Ты очень плохо подготовился. Ну ладно, слушай. Ну, по-моему... Как студент на зачете, ну? Я готовился к другому, и мне до этого время... Я не думал, что будет такой вопрос, я думаю, всем будет понятно. В общем, и мы подумали, точнее, я подумал, предложил и продавил эту идею, давайте назовемся лазеры. Потому что, как есть Corbin Laser Games, есть American Laser Games, они все... Я даже не знаю, что появилось раньше, да? Курица. Кто чем вдохновлялся? И они эту технологию, типа, прописывали в название. Ну, а мы добавили букву «ы», чтобы можно было сказать, что мы еще лазим. Вот. Не хотелось писать FMVO, ну, вы поняли, я его не выговорю. Поэтому название было отметено. Да. Только потому, что Антон не смог бы его произнести. Это неприятно, ну и так, типа... Ну, надо придумать что-то еще... оригинальное, да? Нет, да. Мне кажется, лазеры — хорошее название. Антон еще предложил обращаться друг к другу, там, Лазер Антон, Лазер Катя. Лазер. А, и смотрите, у нас наверху есть полоска, но это не полоска, это три слова лазеры. И я вот только сейчас понял, что непонятно, что она означает. Вот для человека, который зашел на стрим. Что это такое? Как только вы задонатите, будет более понятно. Вот это интриган. Не, ну они задонатят, а люди поймут, на что они донатят. Там будет вариант... Ну, если... Ну, будем проговаривать это каждый раз, да. Это косяк, Антон, согласись. Ну, да. То есть, вот человек захочет задонатить, а он даже не знает, на что. Ну, просто... А что, всегда надо на что? Ну, когда есть понятная цель. На продолжение банкета. Хорошо, вы меня подначиваете, будем проговаривать. Может быть, потом текстом выведем. А мы... А мы вообще договорились, да? Да. Да, мы договорились. Да, да, да. Да. А если полоска набирается до середины, то есть полтора слова будет, то мы стримим Метрон на Бусти для всех. Если полоска наполняется вся, мы на Бусти, опять же, наверное, все игры... Corbin Laser Games стримим. То есть такая идея. Там, да, у них есть еще штук 5 игр Corbin Laser Games. И стрим на Boosty — это не значит, что нужно еще раз за что-то платить. Это будет ну, открытый стрим для всех. Просто средствами Boosty, чтобы Twitch не забанил на всякий случай этот стрим. В чате спрашивали, не теряем ли мы пакеты. Нет, все пакеты в пакете, на кухне для пакетов. Короче, проблем с трансляцией нет. Вот. Запись, кстати, не ведется. Увы. Если мы еще же запись включим, я не знаю. И пакеты так совсем из кухни уйдут. Давайте уже начинать. Я думаю, все примерно поняли, и можно... Тартануть. Новая да. игра. Да. Называется она... Сердится. На удивление оказалась отечественная игра. Да, это был... Катя, как обычно, подготовила сегодня и удивит вас неожиданными фактами об этой игре. Да, потрясающая информация, от которой у вас откроется рот. И никогда больше не закроется. Вот. Тут, да, жалуются, что стрим подлагивает. Но это странно, потому что, как говорится, потери пакетов нет. И...
Скидываемся на новые пакеты. Да. Подлагивать в смысле, он интернет подвисает или что? Вроде ну, стрим перестал чихать. Да. Да запускай, разберемся. А Катя все еще работает на Stop Game? Внезапно. Мне кажется, логичнее мне такой вопрос задавать, чем ей. У нее ролики каждый месяц выходят, бомбят. Ну вот да. Кинзадза, если бы ты смотрел канал Stop Game, то ты бы не задал таких вопросов. Что, что? А, нажми нет. Нет, нажимай. Почему нет? Я не знаю, что это. Мужчина. Это этот? Маковей? В смысле, Маковой? Похож на Стаса Борецкого. Да, я об этом, кстати, тоже подумал. Я просто пытался вспомнить в голове. Господи, ассоциативный ряд. А, он, видимо, на уроке, видимо, разлил. Сука! У нас что-то там прилетело. Да, так на экране не видно. Может, надо стрим остановить здесь? Останови здесь стрим. Остановлю. Да, и OBS открой. Тут? Печатай. Я просто... А, ладно. Дима, ты проследишь за донатами? Саня с завода заносит 100 рублей. Понравился прошлый стрим. Дима, правда, жаловался на игру. Люблю Антона, жду от него новых видео. Детей внезапно, знаешь. Когда? Когда новые видео? Я тоже жду. Не знаю, сложно. Так, а где последние? Все, вот так. А нам это надо? Ну, на всякий. Хорошо, как скажешь. Все, продолжаем. Спасибо, что разрешил. Спасибо, Дима. Ой, Дима. Саня, я пристал из донада. Сорян. Спасибо. Все равно спасибо. Вы скажите, игру нормально слышно, не тихо, потому что я ее выкрутила потише. Нам поступил звонок о том, что в вашем клубе убили человека. Хопана. Что? Женщина. Она сердится? Или еще пока нет? Заметьте, да? То есть это не перевод, это не дубляж. Да, это... Все, это российские актеры. Оригинально, да. По-русски говорилось. Ну, возможно, и дубляж. Может, они писали за кадром. Нужно проявлять заботу. Давайте заботиться. На твоем теле. Давайте заботиться о теле. А, это, короче, мы, знаешь, это как Heavy Rain, да? То есть мы... Фаренгейт. Да, да. Мне не нравится, что мало времени на выборы дается. Потому что фильм прям. Да, я. Ладно, все потом. Это, ну, Карл... пока это Карла Валенти, познакомьтесь. Да, да. Ну, она правда похожа. Мне кажется, надо погромче. Игра же белорусская, да нет, вроде. Нет. Россия, Казахстан, производство. Да, так, настройки. Давай погромче. 3%. Просто мы оглохнем, если. Да. Сигнал подтвердился. Вызывай криминалистов. Вызывай ГИБДД, я бы сказал. Андрюха, у нас труп. Скорее всего, еще сегодня. Может быть, включить субтитры еще на всякий случай? Да, давай. Да, давайте, да. Да, настройки. Блин, а какая же Карла Валенти была все еще громко. Горячая. Я не знаю, о ком вы. Я вот... Главная героиня Фаренгейт. А, окей. Там есть Лукас, а есть Карла. Ну, есть еще чел. На Т имя Тейлор. Лукас, он Свифт. Какой-то лох вообще. Привет, а это случаем не Настя Сиваева из «Папиных дочек»? Вот это? Или я? Которая футболистка? Нет, которая Годка. А, Годка. Годка. Ну, это вполне мог бы, знаешь, быть спин-офф. Клиентов распугает. А труп не распугает чего? Через рабочий вход заведем. Ну, это типичная российская полиция такая, да? Да. Которая разговаривает, как в сериале, я не знаю, настоящий детектив.
Это напоминает мне полицию в Майоре Громе, мне которая нравится. Выглядит как Готэм, да, типичный. Не, ну тут же непонятно, что за город, мне кажется, история, типа... Это Октобе. Фест? Октобе, город в Казахстане есть. Стоять. В вашем положении, короче... до него дотрагиваться. Ну это же Татьяна Шитова. Кстати, 303 за сокрытие улик еще никто не отменял. Это которая Яндекс.Колонку озвучила? Которая Йеннифер, да-да-да. А то мы тут. Слушай, это она прям играет? Да нет, она. Ее просто подсняли. И какой в этом смысл? То есть актриса одна, голос другой, думаешь? Ну, в «Иронии судьбы» сработало. Ой, в «Иронии судьбы» там вообще какой-то конструкт из трех человек искусственный. Да он буховый был. Да не, понятно, что у них, скорее всего, были. Антон, ты был когда-нибудь буховым? Бухой, да? Буховый. Как-то все очень сложно Буховый. Для случайного посетителя. Это город такой? Следишь за игрой? Да я не знаю, зачем следить, я пытаюсь и вас услышать. Я слежу. Сообщение. СМС-сообщение. И у него есть адрес. Ну, короче, суть в том, что убили мужика какого-то, она приехала, да, на место преступления. А это владелец клуба. Мне нравится, что... она, видимо, не совсем полицейская, судя по всему. Ну вот да, непонятно. Она какой-то этот, как этот бурятский фильм был, Решала, она, скорее всего, какой-нибудь это Решала. Серьезно? В чате пишут, Шитова или это, или не Шитова? Думаешь, если это мой клуб? Ну, озвучивает Шитова точно, а вот играет... Сука! Ну, играет точно не она. Аноним решил только проверить. Донейшн Алерт. Может, с такими намеками мне пора вызывать адвоката? Спасибо, аноним. Ну, он работает. Спасибо, аноним. А полосочка заполняется? На его присутствие. Ну, да. Ну, красненький чуть появился. Да. Заполняйте дальше, будет красиво. Хотим посмотреть на полосочку заполнения. Ситуация ну, вот выясняться. Я что могу сказать? Игра как-то сразу начинается резко. Сразу без секшена, да, да. Без прелюдий, да? Истории, сразу без прелюдий. А, ну, если у нее продолжительность небольшая, средняя, ну, короткометражка, а что тянуть? Надо показать, как она идет по городу, вот, типа, а-ля Александр Невский. Ну, экспозиция Невский. Какая-то должна быть. Да нафиг она нужна для короткометражки? Номер заметили, давайте позвоним. Не будем. Тут попеременно играешь за убийцу и за эту женщину, да? Да, получается, да, но выборов как-то совсем пока мало. Вот тебе. Че, смотрим? Давайте смотрим. Да. Прибраться, может, что-нибудь там взять, что плохо лежит. Осмотрел. Коробку. Блядь. Нагуглил актриса Вероника Пляшкевич. Этот насчет его решения остаться и что-то поискать. Спасибо. Аноним спасибо, заносит аноним. 300 рублей. Катя Гатерина, эх, душа. Да чего ж ты, Катя, хороша. Ягода малина, Катя Гатерина. С прошедшим днем рождения. У тебя голос-то как будто на радио, короче, вещаешь. Я хотел, может, да, работать на радио. А у тебя получилось? Для тех, кто только пришел, наверху есть полоска, мы собираем донаты. Если мы соберем полоску, половину полоски, будем проходить Метрон. Знаменитый квест от Corbin Laser Games. Та самая игра, которая принесла популярность Илье Мэдисону. Или наоборот. Или, да. Прям такая кровавая игра. Ну, триллерок. Триллерок на вечерок. Я думаю, после этой игры мы можем и Метрон, в принципе, здесь стримить. Это постановка. Это постановка. Он действовал по заранее. Это номинация у нас такая была. Да, лучшая постановка. И эта игра не была номинирована, к сожалению. Это представьте, каково вот этой Татьяне Шитовой жить вообще. У него такой голос узнаваемый. Я смотрела интервью с ней, и, по-моему, ей нормально.
принципе. Значит, классная такая тетечка. Да, все равно, мне кажется, типа, твой голос в кино, как после всех обработок и в реальности, он отличается, я думаю. Не, ну да, да, да. Типа плотный дубляж за кадряк вот это. Просто когда ты разговариваешь. А я вот забыл спросить, вы сами-то, ну, проходили до этого игру? Не, не, я ее вчера только купил. Я просто... Чат, а вот вы знаете, кто из коллектива, из авторов Stop Game проходил эту игру два раза? Давайте, ваши варианты. Чипы дали. Yeah. А у главного лысого голос Кратоса. Ну как? Кто догадается, тому фирменное ничего. Нет, это не Кунгуров. И не Вася. И не Вася? Не Вася? Не Вася. Это приток главной питерской реки. Не Вася. Этот кто-то однозначно из персонала. Моя охрана его... Нет, чат, вы не догадались. Русяич ее проходил два раза. Видите, какой он у нас разносторонний? Да, широкая сфера интересов человека. Да, и не надо путать, Вася и Русяич — это два разных человека. Со вчерашнего вечера я хочу его называть Василий Бустяев. Да-да-да-да. Спрятаться. Ну, но... короче, вот мне не нравится постановка, если честно. Ну, мы, кстати, получается, выборы делаем только за челика вот этого. Ну да, что, да, да. Как бы нам показывают расследование, но... Да. Почему мы должны ему сопереживать? Мы должны ему сопереживать. Ну, вот непонятно. Он вроде бы тут... Такой глуп рай. Двоих. Грохнули. Мы ездили в Можайск, там был магазин, назывался «Табачный рай». Там много категоричных заявлений в названиях магазинов вообще. Да, я не знал, что... Океан там что-то. Чувак там справа спрятался в темноте. Да, там мир сухофруктов. Океан рыбы. Да-да-да. И что-то дом плова, короче. Ну, и табачный рай — это вершина. Дом плова в Можайске? Да-да-да. Мы удивились, что там с рыбой многое связано. Но оказалось, что там есть водохранилище, и поэтому там много воды, там реально рыбачат. Сначала кекали и думали, ах, это известное Можайское море. Ну да. Ну, это наше размышление, размышлизмы, почему там столько рыбы. Да, потому что там реально как будто в какой-то там приморский город приезжаешь. Есть ли у нас зрители из Можайска, напишите. Дом в игре в целом... В игре в целом наша реальность или условный русский киберпанк? Ну, тут не совсем понятно, но я так понимаю, современность, да. Современность, я думаю, тут не киберпанк, тут просто, мне кажется, действие могло происходить где угодно. Потому что игра популярна и на Западе была, поэтому она как бы... Сегодня часто бьется лампа. Она вне места. Бесполая, то есть. Как можно сказать? Смотри, как бы сказал Русяич, вне времени. Клуб Рай. Вот это, мне кажется, в каждом городе есть. Где? В подсобке возле зала. Чатик, в вашем городе есть клуб Рай? Это мне вот кажется, как улица Ленина. Юрий, и клуб Рай. Ничего себе. Вот это автор-эффекты полетели. В вашем клубе убили человека. Не, а видишь, она показывает удостоверение. То есть она все-таки какое-то имеет отношение к органам. Может, она продажный орган? Прямо за его спиной. Почему она одна? И почему, типа, нет наряда, нет никого больше, кроме... Может, у нее там корочки детектива? Она сильная и независимая. Она может одна прийти на дело и все разрулить. Вот так вот бывает. Ну, собирать улики, да, вот всем конечно. Заниматься. То есть, нафиг нам судмедэксперты? Наймем. Рунир пишет, что был в Можайске. Это мы поехали вот. По следам Курунира, на самом деле. Я вот пока все, что вижу, могу сказать, вот это плохой пример FMV игры. Ну, это плохая FMV игра. Потому что выборов мало.
Ну, потому что, да, интеракции вообще практически нету. Возможно, другие выборы совсем другое развитие событий бы привели. Но мы еще глянем, посмотрим, что там. Нет, возможно... Ну, просто понимаешь, как в моем представлении, что такое FMV игра, это, ну, где есть хотя бы диалоги какие-то там, интеракции с локациями. А тут ну, просто, да. Ну, две кнопки. Как бы, опять же, есть... Угу. Да, и есть что по этому поводу сказать, ну, как бы, что сами авторы по этому поводу говорили, но давайте уже пройдем до конца хотя бы первый раз сценарий. Так, идем по схеме. Мы не зря ее чертили, идем по схеме. Не пропадать же... Бля, схема такая ловая. Там, по-моему, рисунок схемы. Да, детский какой-то. Такое ощущение, что, короче, вот сняли фильм короткометражный, потом решили из него игру сделать. Ну, у меня складывается. Не совсем так, но ты... Просто они больше материала сняли. Такие, блин, а что с ним делать? Не выкидывать же. Ну да, мы дождемся интересных фактов от Кати. Ужас какой. Да, тут полезные советы, если у вас что-то выпадывает из рук. Да. Надеюсь, он не зарежет человека, который попросил его... Держи. А ты, кстати, кто? Спасибо. Просто прохожу, убиваю тут всех. В принципе. Гуляю, просто катаюсь по городу. Где ты час назад? Да не, минут 30, не больше. Антон, что ты скажешь об игре? Да я не знаю, я думал, она веселее. Юрий Евгеньевич, я что вспомнил? У него вот ну, здесь, такая знаешь, короткометражка. Блин, мне нравится борода этого челика. Хочу такую, а у меня не растет, да, такая. Юрий, к сожалению. Вы знаете, как возможно, это... надо сверху сбрить, тогда вниз будет сильнее расти. Нет. Врет. Возможно. Врет, посмотри, врет. Да-да, конечно, не знаю. Она такая, ага, ага. Это все мы с такой татуировкой, и я знаю его. В очередной раз убеждаюсь, что Метрон лучше. Но Метрон был Метрон... снят гораздо хуже, да? Да, а на Метрон мы собираем полоску сверху. Было бы, конечно, неплохо, если бы это и так было понятно, но... А легкий укол в сторону Антона. Я... А что там должно быть? Там надо ну, текстом выводить? Я думал, там будет название игры вообще, да, чтобы было понятно. Там вместо лазера — метро. Ну, да. Метро. Ну, это шаблон каждый метро. Раз меняет. Ну, да. Ой, какой красивый кадр. Я в такие моменты жму на F12. И потом эти кадры никуда не попадают. Та гениальная игра про актрису тоже FMV, да, это тоже FMV. Гениальная FMV игра про актрису это Immortality? Ну, я думаю, да. FMV это любая, ну, это технология full motion видео, то есть где используется видеосъемка с актерами, с живыми. То есть ее, вот. Да, зачем ей наушник? Такой. Там, вспомните какой-нибудь Quantum Break, ну, к примеру. Тоже можно сказать, что там FMV. Гоу проходить Quantum Break на стримах. Нет. А я начинал, кстати, ну мне понравилось так, неплохо. Ну я в свое время прошел. Ну из всех ремедиевских она мне меньше всего нравится. Мне не нравится ну, да, боевка, да, да. Она какая-то унылая. А Control ты... А, да, ты прошел Control. Не, а у Remedy там же еще есть игры из 90-х, я помню, там Death Rally у них была. Да, досрать на Death Rally. Как бы я начинаю от Макса Пейна отсчет. А опять мы вспомнили про Макса Пейна? Да. Хорошая подводка была, да? А? Хорошо сработано.
Не, ну про Quantum Break вы сами начали, я вообще не думал бы. Вон, смотри, у него тут еще какой-то сумчанский. Я так понимаю, все 30 минут будут в этом напряге. Типа... Это в напряге? Расслабься. Не, ну давайте они все в ампряге. Расслабься. Не будь в напряге. А как же Alan Wake? А что Alan Wake? Ну, хорошая игра, да? Да, много отсылочек. Это же главное. Это главное, да? Я так понимаю, но все дальше и дальше будет больше сердиться или как это работает? Да, непонятно, почему она сердится. Он психанет. Рыч, квикни. А я откуда знаю? Вот я что-то тут это неожиданно вспомнил. Смотрели сериал «Прослушка»? Я начинал смотреть, но... Я нет. Забил. Там, короче, есть в первом сезоне сцена... обыска, по-моему, то есть они там полицейские приезжают на квартиру и что там 3 минуты или 5 или 8 обыскивают место преступления, и все, что они говорят, это слово «фак» с разной интонацией. Блин, а на Твиче можно это говорить? «Фак» с разной интонацией? Да. Ёпта. Ну чё? Жескач пошел. Изначально. Да, 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 да. Да, конечно. Я просто закрыл руками, а когда увидела, я случайно нажала. Это не я. Да, да. Я что-то сам собой. Ну что нос-то вынимать в холостую? Катя, не знал, что ты такая кровожадная. Подожди, он уже... В чате, будьте осторожнее с Катей. И ты будешь выполнять свою работу. Если она приходит к вам с мачетой, бегите. Он же и так был нездоров. Ну, то есть у нас пока самый мрачный этот путь, я так понимаю, движение этого чувака уже троих. А я как бы это все само. Да-да-да. Слушайте, а это... Не рэпер вот был? Вот этот вот. Вот это? Похож на... Нет, вот со шрамом на щеке. Похож на Типси Типа, если вы знаете такого. Русяч должен знать. Напой что-нибудь. Я, может, узнаю. А я хер знает, какие у него песни. Ух ты. Он стирку решил затеять. Кто это? Это что это, может быть? Ну, хотя... Вы знаете, это девушка? Вот это? Мешки? Так что, а убил? Ты еще и девушку убил? Я нет. Там голова? Что, почему, кто это? Яна. А, там Яна. Там яма. Че? Налейте нам там ямочек, пожалуйста. Яны больше нет. Как говорится. А, вот. Все. В смысле уничтожить кокаин? Так вот. Что? Ты смотрю, все уничтожаешь. Людей, кокаин, господи. Подожди, ну. Такое нам не нужно. Мы за ЗОЖ. Осуждаем. Картофин заносит 250 рублей. Помню, что FMV игру у нас даже в кино показывали лет 5-6 назад. Light Shift вроде называлась. Еще надо было всем залом с телефона голосовать за выборы. Да, прикольно. Да, не да, знал. Я на нее ходил. Она в Steam есть. В России прям что? Показывали? Да, 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 да. Да. По-моему, в кинотеатрах крутили, ходил, помню, да. Но была проблема с интернетом. Была проблема с этим, с интернетом. И приложение очень херово грузилось. Да. В итоге я попытался пару раз что-то голосовать. В итоге забил. Потому и смотрел что... на чужие выборы. Да, да, да. В принципе, нормально поиграл. А мы ее, кстати, проходили. Кого? Лейчи? Да. Ну да, я знаю. Я вот... и как вам? Я вот долго смотрел на нее. Она у меня даже есть. Ну, что-то типа этого. Да. Ну да, оно похоже, но авторы этой игры сравнивают эту игру с Лейтшифт. И потом я скажу, что они думают про Лейтшифт. Зачитаю, так сказать. Ну, Light Shift более масштабнее. Ну, она дольше, и да, и там место действия, оно шире.
Да, то есть они там постоянно перемещаются туда-сюда. То есть там и гоночки на тачках. Там есть такая нетривиальная локация, как парковка. Да, подъемная. А канализация есть? Люблю канализацию в играх. Кто такой Максим? Макс Пейн? Это вдоль ночных дорог. Мелязев? Кулаков. Ну, свитер у него короче, классный. Возвращаемся обратно. А мне вот больше всего понравилась музыка. Ну, из того, что сейчас есть. Саундтрек прям навевает атмосферу. И сейчас будет фан-факт, да? Про музыку. Нет. Ладно. Рано. Я уступаю тебе все факты. Не-не-не, ну этот фан-факт-то я не знаю, поэтому... А, да. Короче, чатик. Интересный факт, который не раздобыла Катя. Музыку для этого фильма, для этой игры написал Антон Завьялов, который Ант из 2517. Черепашьи бега, вот это все. Дефолиант. Может, кто помнит. Так, сейчас выборы будут? Или я опять пропустила? Смотреть стену, смотреть стол. Давайте стену. Видимо, все-таки кокаина он взял, да? Пошел смотреть стену. Так. Фотки с отдыха. Играли вы в Эрика и The Complex? Комплекс у меня есть, но я не добрался. Да. А Эрика что-то знакомое, но он тоже не играл. Тоже нет. Ну там бункеры и еще какие-то части. Да, бункер мы проходили. Ну, бункер, она больше как квест. Вот это удар был, да? Чак Норрис обзавидуется, кстати. Потом, как называлась та игра про королевскую битву среди блогеров? Давай на выход. Это там рубишь или что-то... Опа. Ничего себе. На. Экшон пошел, экшон. И даже не нужно нажимать кутаешечки. Если бы это была фарингейка. Как правильно уходить из клуба, гайд, короче. Найден повешенным в той тюрьме Таиланда. А у него фотка прям, как он повешенный, что ли, в газете. Такой, китайцы просто повешен, давайте сделаем на развороте. Когда перезвони, тогда и спроси меня про эти газетенки. Ну, короче, это вот мне напоминает, помните там Бандерснэтч, Black Mirror, который... О, кстати... Про это тоже. Тоже фан-факт есть. А у них съемки закончились в тот день, когда вышел Бандерснэтч. И они такие, блин. Да, и они очень боялись, что начнут сравнивать. Ничего себе. Экшен. Наконец-то. Прикинь, сейчас такой прицел появится, знаешь. Да. Он где-то здесь. Не, прикинь, сейчас Макс Пейн такой залетает в окно. Ну, музыка плохая. Мы не зря шли по... А, так мы, короче, нагнали, их линии пересекаются, наконец. Закройте шторы. А, то есть он все это время был в этом здании. Ну, да. Батя в здании, так сказать. Вот это вот что? Сейчас он режим 2. Это похоже на слуховой аппарат. Ну да. Может, она глухенькая девчонка-то, потому что ей стреляли над головой много. Сейчас у нее, знаешь, что-нибудь разрисуется вот это вот весь. Можно Код Нео, да, это игра. А он уже поднялся. Это не кино, это игра. Да. Вы думаете, мы тут фильм собрались посмотреть? Нет. Вызывай мы играем, армян. У меня мышка в руках. Вызывай армян. Всех. Просто. Everyone! Вызывай армян. Нам не нужны армяне. Абхазы? Грузины? Кого? Далеко эта комната? Хераси, как она монитор так подвинула? Развернула. Да. И легким движением руки каждому. Монитор разворачивается. Монитор разворачивается в элегантный монитор. Хорошо, что ты еще здесь. А знаете, почему им не нужны армяне? Потому что они в нарды играют. Могли бы все вместе сесть и начать играть в нарды.
кишбеш раскинуть на четверых. Ты знаешь, что такое кишбеш? Я не знаю. Как? Юрий Евгеньевич. Она еще называется мандавошкой. Не знаешь? Нет. Это из детства твоего что-то? Что это за название? Ну, она по-другому называется. Ну, типа... Только название у этого. Ты уже два назвал. Да, да. И, а есть еще... Мельница, по-моему, нет? Нет. Мельница не она? Нет. Аккуратнее. Он может выстрелить. Лудо. Во. Лудомания. Да. Ну, короче, играется как нарды, только на четверых. Практически. Ну, она очень клёвая. Там очень... Нам надо сделать круг, и можно по пути жрать оппонентов, короче. Ну, здравствуй. И постоянно жрёшь чужих, тебя жрут, и их опять новые делаешь. Ну, азартная игра такая. Ну, под пиво снято. Ну, как бы, отечественные ребята, в принципе, не, уже давно снимают зрения... нормально. Продакшн, да, по-моему, норм все. Именно вот цвет, не постановка, кадр хорошо выстроен, мне кажется. Главная героиня, но судя по свитеру. Это пацан, вон у нее татуировка, это который всех убивает. А зачем он грудь скрывает? У нее татуировка, да. Ну, чтобы она чувака, видимо, изображает, что все думали, что это чувак, а это не чувак, я не знаю. Вот это... Смотри, а этот был в той бригаде. Вот это поворот. Вот это да. Ничего не понятно, но да, очень интересно. А героини-то с сюрпризом. Да. Точнее, бандит. Яна. А вот и Яна. Это дочь, я так не понял. Да, понимаю, это его даже? Дочь, которая управляющая теперь. А, то есть ты опять еще мы убил. Тут да, мы да. Тут ты сказал, ты нажала следовать плану, он в этой комнате с дробовиком сидит. В подсобных помещениях произошло тройное убийство. Видишь, всего тройное. Всего-то. В комнате со стульями, в вентиляционной шахте вы найдете тайник с кокаином. Так я же уничтожила. О, ничего себе, он силач. Да. Я просто хочу выспаться с тобой. Типа он сам убил свою дочь? А мотив какой у главной героини был? Почему он сам убил? Он не убивал. Ну, в смысле, он же сейчас в дверь стрелял. Ну, видимо. А, да? Ну, он же в дверь выстрелил. А, логично, да. Зашел и... Все, да. Я не... А вот челик. Или не челик. Я уже запутался. А там кто был? Там же был другой. Он изображал челика. Это Яна. Все хорошо? Это 3 месяца назад, если что. Это... 3 месяца? Да? Да. Они что-то договаривались. А, она, видимо, выкуп хотели намутить, в итоге это... Это все? Да. Вот кто в чате писал, что это кино. Вот видите, это не кино, это игра. Видите, написано прохождение. Вот часто вы говорите, вот вчера я... Прошел фильм Гранд Будапешт. Да, да, да. Короче, давайте теперь немножко уже поговорим про игру. Раз. Про игру, да. Я бы не стал так громко называть эту игру. Короче. Вышла она в 2019 году. Вот. И сделала ее студия Rina Tales. Сказки носорогов, как можно сказать. Это их единственная игра студии, то есть если вы зайдете в Steam, зайдете на страницу с игрой, увидите, что больше игр у них нет. То есть поначалу я ничто не выдавала, то что это студия из России, потому что я зашла на их сайт, у них все по-английски, у них блог на английский. Не надо подглядывать в мои шпаргалки. Ай-яй-яй. Чё, все замолчали? Ну, мы слушаем, ладно. Очень интересно. Очень интересно, в скобочках нет. Вот. Но да. Меня смутило, что у них в ссылках была ссылка на ВК. То есть, казалось бы, вряд ли бы иностранная студия стала бы ссылаться на ВК. Вот. Почему она сердится, так и непонятно, да? Сука!
На метро. Мы будем еще раз. Да, конечно. Конечно. Мы хотим узнать другую часть истории. Я думаю, мы сейчас. Давай на паузу поставим, чтобы я рассказывала. Что будет, если нет? Нет, так нет. О, тихо-тихо. Рэпчик, слушай. Нас дроманы дома и ждем беды. Запускаем момент между пальцев рук. Ну, если бы грен, не знаю. О, Антон завьял. Манулу нужен лесом, там проживет. Ладно. Ты мне не кивай. У тебя есть бит, моя давай. Моя грязная роба, я из народа. Короче, оно, зайдя и в их ВК, и на YouTube, увидев, что первые трейлеры были на русском, и в ВК они пишут все на русском. 2+2 я сложила и поняла, что студия из России. Оказалось, дальнейший поиск привел к тому, что снимал игру. Режиссер. Настоящий киношный режиссер, который снимал до этого короткометражки. Поэтому вот здесь, Дима, твоя ассоциация с тем, что это похоже. Очень громкая музыка. Сложно говорить, когда музыка. Ну, представь, что ты в клубе «Рай» и рассказываешь. Она точно на меня не улице перебивает? Она точно меня не перебивает? Покажи мне чатик. Может, людям это не интересно? Рэпчик Катю глушит, пишут. Вот. Ну, Антон, так и да пофиг. Ну да. Ну чё? Хорошо, рассказывайся. Всё, правда. Шучу. Уже и пошутить нельзя сразу, он какие. Все, я. Все, давай второе прохождение. Не, давайте, Катя, расскажи, пожалуйста, до конца. Ты прям провела расследование, и оно было интереснее, чем да, то, что происходило в игре. Да, мне показалось, что... Да, чем что оно, кто-то провел расследование здесь. Что оно... Или кто-то. Ну, актриса здесь другая. Вот она сейчас... Так. А вот, и этот чувак, режиссер Евгений Пузыревский. У него есть даже свой YouTube-канал, на котором... На котором он ведет интервью со всякими киноделами, то есть рассказывает о кино. YouTube-канал называется, дай угадаю, Пузыревский? Нет, он по-другому называется. Тут ты не угадал. Вот. А, не, я понял. Евгений Бабовскин. Вот. Блин, у меня же есть скрин. Короче, самое интересное. В прошлом году он писал у себя на стене ВКонтакте, я зашла к нему ВКонтакте на стену и стала читать. Цитирую. Дуров, верни стену, написал. Оказывается, у нашего небольшого интерактивного фильма 9500 отзывов в Play Market. И каждый день люди новые отзывы оставляют с рейтингом 4.4 и 5, и больше там... Много нулей скачиваний. У ближайшего конкурента по теме британского фильма с сильно большим бюджетом, видимо, Late Shift, и хронометражем в 2 раза меньше скачиваний. Немножко похвалил себя. И правильно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Снимали этот... Это цитата? Это я говорю. Снимали этот фильм как демо, чтобы показать, что такое... Что такое консервы? Чтобы показать, спасибо за подписку. Да. Не видно. Мы не знаем, кто, но спасибо. Игни-гнок 2D, да. Спасибо. Эта рубрика называется «Лазеры». Мы тут пытаемся проходить FMV-игры. Да, Катя, продолжай. Продолжаю, да. Снимали этот фильм как демо, чтобы показать, что такое интерактивное кино и как оно работает. И готовили новый крутой фильм с 15 абсолютно разными вариантами концовок. Но по итогу оказалось, что после провала интерактивной серии «Черного зеркала» Netflix завязал с интерактивом. Они решили, что это не серия слабая, а люди просто не любят интерактив. А русские платформы просто не хотят заморачиваться и что-то там добавлять себе в код, чтобы у них заработал интерактив. С нами связывались крупные китайские игроки, по итогу они оказались хитрыми товарищами, любящими незаметно дописывать разные непримечательные пункты в договоры, поэтому там тоже глухо.
Вот такой отчет по интерактивному кино, о котором вы не спрашивали. Но зато на всех платформах от мобильных до PS4 есть наша «Она сердится». И оказывается, люди до сих пор ее активно смотрят. Вот, да, потому что если зайти, опять же, на тот же YouTube-канал и к трейлерам... Нет, не к Пузыревскому, в принципе, к YouTube-каналу студии, который «Носороги Тейлз», там пишут люди, что 3 года назад очень классная игра, хотим продолжение, и они пишут, да, мы выпустили первый проект, чтобы там все прощупать почву, сейчас обрабатываем информацию и надеюсь, что скоро приступим к разработке второго проекта, который должен быть увлекательнее, там, учитывать ошибки. Но, как мы с вами видим, никакого второго проекта не последовало. Евгений Пузыревский снимает сейчас сериалы, короткометражные. Не на Netflix. На Кинопоиск, специально на Кинопоиск. Оказалось, что интерактив на Netflix не зашел, хотя я не слышала о том, что Бандерснэч не зашел. Разве он провалился? Я единственное, что слышал, что люди его пытались с торрента смотреть и не понимали, что происходит, и думали, что за тупой фильм, короче. Нет, ну мы проходили в свое время его. Ну, было странно. Ну, в принципе. Не, ну он такой, как это, крепота. Ну, он крепота, я такой не очень люблю. Там прям такая полумистическая. Но в целом-то прикольно. Это вы про что сейчас? Про Бандерснэч на Netflix. А, угу. Вот. Ну, тут вот буквально на этой неделе я читал новость, что, по-моему, на том же Netflix или еще где-то вышел еще один фильм интерактивный, где там что-то там 10 тысяч вариантов развития событий. То есть, все-таки, мне кажется, эта тема, она, ну, будет популярной. Но зря мне, он так. Мне тоже так кажется, да. Вот. И насчет хронометража, вот в одном из интервью он писал, что небольшой хронометраж — это следствие ограничения бюджета, и, типа, нужно было уложиться. Вот, фильм идет на полчаса, а сериала как школьник, которому неинтересно, что рассказывает учительница. Вот. Полчаса, а материала как на полный метр нужно снять. И опять же, вот здесь было сравнение с «Ночной сменой» той самой. Вот. Режиссер пишет, «Ночная смена», ориентиров у них вообще не было, то есть. Хотя странно, вроде бы FMV-игры они как... Ну, здесь, видимо, я все-таки думаю, что тут больше именно на прицел на онлайн-кинотеатры. То есть не на Steam-площадку было, ну, а именно да, вот это, да, что да, ты да. с помощью пульта переключаешь. Да. Hidden Agenda, наверное, максимум. Да, справедливо, что всего два варианта ответа, никаких кутыешек. То есть это именно да. такой вот. Он смотрел «Ночную смену», и она ему не очень понравилась. Коллег нельзя засирать, но вариативность там была фальшивая. Например, вызвать или не вызвать полицию. Я в первый раз, как сценарист, ищу конфликты, не вызываю и иду получать порцию дюлей. Второй раз, когда дошел до этого момента, решил вызвать, а герой выходит, и телефон у него не работает, что приводит ровно в ту же точку. Вот. Я понял, короче, что меня обманывают. Скажите этому чуваку, чтобы он в игры от Telltale он не играл никогда, а то удивится. Не, ну, кстати, здесь вот мы посмотрели, а вот даже, то есть, сцены из ванны не было, сцены из этого, еще из клубешника, что вот мы на это пытались найти, когда... На афишу. Несколько первых мы посмотрим еще. Выборов в «Она сердится» при этом мало на что влияет. Резонно спрашивает интервью. Человек, который берет интервью. Это как раз про увидеть новый видеоряд. Они так сделаны специально. В чем плюс нашего проекта? Все, кто занимается продвижением проекта, игроманы, а я из кино. И я делаю все, чтобы тем, кто никогда не никогда не смотрел интерактивное кино, было комфортно. И они понимали, что происходит. Поэтому в начале несколько выборов работают как обучение. Вот. А, вот это смотреть, не смотреть. Вот, и еще вот гордятся они своим сведением звука, что звук между... что не слышно склеек. Ему не нравилось, что в «Ночной смене» слышно, как одна сцена... Как новую бобину оператор ставит. Здесь все сделано плавно.
и переходы. И важно было именно отснять, чтобы действие оказалось непрерывным. Вот, короче, из того, что вот ты рассказала, у меня ощущение вот складывается, когда, ну, там, лет 10 назад читаешь интервью российских режиссеров, и они все время хотели ответить Голливуду. Да. Хотя Голливуд ничего не спрашивал никого. Но они говорят, у нас там свет, у нас там звук. А вот вы знаете, что вот там условно Кэмерон, вот он снимал, и у него тут была жопа, а у нас нет такой жопы. Не, а у нас будет в два раза больше. Типа, ну, мы задрочимся по технической части, но как бы и что? Ну, мне кажется, с технической частью вообще, ну, как бы вопросов нет. Вопрос уже по повествованию. Ну, а с другой стороны, что ему, прибедняться, что ли? Ну, типа, вот сделали, вот это делали и делали. Ну, делали и сделали. Нормально. Строили, и наконец построили. А если ты будешь говорить, ну у нас там есть, там и никто не придет смотреть, ты должен говорить, это лучшая в мире игра FMV. Не, мне еще понравилось, как вот Катя цитировала, и он говорит, оказывается, типа, он сделал игру, он что, не знал, какие у него продажи, что ли? Типа, о, ничего себе! Так, как это работает? Это сразу в конец. Или ты хочешь сразу послушать от Завьялова? Мы уже нажали. Так, может, уже видели. Это не Завьялов был, кстати. Ну не голос точно. Да. Нет, если нажимаешь «нет», тебе сразу титры просто показывают. Я это уже нажал, да? Это титры вылезли. Очень странно. Пропустить сцену. Да не, ну, продолжай. Ладно, хорошо. Да, он тут получится. Посмотрим, Борецкий опять колу отпился. А еще он пытался затачивать карандаш через ухо, как в мультике. Да. Ну пока, если честно, сюжет нам не особо понятен. Давайте будем. Подожди. А как ты думаешь, Антон, какую колу он пил? Добрый кола? Кул кола? Кола от черноголовки? Я думаю, Байкал. Вот он, смотрите, он привязан. Это он или она? Давайте определимся. А, слушайте, а может быть... Фильм намеренно так сделан, рваный такой монтаж, чтобы при повторных прохождениях было понятно. Интереснее, да. Интереснее, чтобы обращали внимание на детали. Да. Нам поступил звонок о том, что в вашем клубе убили человека. Ну, если так, то нормально, да, это сработает. Ну, типа, тот игрофильм, который я открывал, там он сразу два, ну, в одном сведено было два прохождения. Я не то что смотрел, я прощелкивал, искал кадр поэффектнее на афишу. Слово «игрофильм» у меня ассоциируется там, с десятыми годами, когда я с торрентов скачивал там прохождение игр, чтобы их посмотреть, и это называлось «игрофильм». Типа там скачал прохождение Last of Us, чтобы посмотреть, потому что плойки не было. Я, кстати, никогда так не делала. Но это, я говорю, было давно, очень давно. Ну, я на Ютьюбе открывал. Да не было тогда у меня еще. Не, я понимаю, но... Ютьюб тогда еще не изобрели iPhone. Ну, по мне лучше скачать игру тогда с торрента, чем... Ну, если с Last of Us скачаешь. Не, ну, скачать другую игру. Зачем тебе эта игра, поиграй в другую? Да. Это те времена, когда на Ютубе можно было только 10 минут ролики заливать. Я, кстати, уже не помню такого. Да, таких вы. А вот было. Ладно, карандаш будет сейчас доставать. Сейчас будем доброе прохождение. Все выживут. Даже вот этот челик выживет. А что с камерами? Они у нас работают только на зал. Только на зал. Мне интересно, все-таки. Что это за чувак? Сейчас я буду делать ресерч. Отнимаешь хлеб. Ну ладно, да, я едем. Актеров смотрим, да? Я думаю, на Кинопоиске вот ее можно открыть, скорее да, всего. Да, она есть на Кинопоиске. Я вообще так не советую. Да. Ну и где мне их взять? Да, это ну, вот Алексей Антипов. Это Типси Типа рэпер. Это он, да. Все, я удовлетворен. Пакетики, удачно. Дальше. Что-то я не помню. Этого не было, потому что мы выбирали позаботиться о теле, а сейчас надо оставить все как есть. Точно. Как все интереснее. Да, все сразу заиграло новыми красками.
А там он его просто подвешивал же, да? Да. Оба. Что там написано? Макдональд? Ну, это, скорее всего, это штука для... Ну, в бассейне на руку вешать, как бы это. А то мы тут. От шкафчика. Все затопчем, а вы потом на нас свалите. Самооборона отпадает. Ну, что для самообороны. Катя, тебе нравится игра эта? Юрий Евгеньевич. А какие у вас взаимодействия? Юрий Евгеньевич, тебе нравится игра? Если честно, пока я не особо впечатлена. А если точнее? Вряд ли бы ваших людей убивали за... Но я очень большая привереда. Если точнее, то я так уже... Так что не надо на меня ориентироваться. Ну вот бухло ей нравится. Если это действительно так. Да, это кстати, любимая ФБ-игра. Зачем вам? Я даже не знаю, что вот это. В чатике прочитал, но забыл озвучить. Там, по-моему, Курунир предлагал идею, короче, для ролика. Любимые игры авторов СГ в детстве. Передаю вам. Кстати, да. Я запишу. Дайте мне ручечку. Это не... Смотри, это и фонарик. Не надо фонарик. Ты знаешь, ручечка. Как ты любишь мне этим фонариком глаза светить. Любимые... Да, если кто-то пришел на стрим и не понимает, что происходит, наверху видите полоска, лазеры. Что же это такое? Это полоска сбора на хорошую FMV-игру, а не на вот это вот все. Собираем на метро. Я предлагаю, чтобы Антон проходил. Вот, он любит часто цитировать сцены из этой игры. Не-не-не-не-не. Было бы неплохо, кстати, найти тех чуваков из Метрона и интервью у них взять и узнать, что у них, как жизнь сложилась. Так как, да, наверное, Метрон уже покарал всех. Так, не рисковать и уйти, да? Да, конечно. Да. Сейчас будем делать все противоположное. Я, кстати, не помню, мы осмотрели комнату, и что было? Ну, он нашел нож и им убил второго чувака. А, да. Это точно. Да, сейчас мы его не убьем, и он останется жив. Ты рада? Я очень рада. Ну, мне лайк после того, как ты там мачете заорудовал. А как же рандеву с незнакомкой? Ну, у нас тоже есть идея насчет рандеву, но пока думаем, как это осуществить, чтобы нас не забанили. Ворота за розовым бассейном. Может, покажется? Да никто бы не заметил, чел. Может, покажется? Быстро, давай туда. Быстро. Серьезно, нам так шумно, я уверена, что он бы не услышал, что у него кто-то за спиной прибежал. Ну, это, кстати, всегда проблема показывать в фильмах клубов, хотя их любят показывать, как там люди разговаривают. Помните сцену в клубе из Блейда первого? Вот это да. Я Блейд не смотрела, поэтому... Он там нарубил. Передаем за проезд. А музыка классная была. Это кому именно? Блин, динозавра носок передал. Какой приятный никнейм. Ладно, нет. Этот кто-то однозначно из персонала. Уж с какой. Моя охрана его... Спасибо, член динозавра. А знаете, можно еще назваться Яспер пробел Маглот. И когда озвучиваешь, будет кек. Уж какой. Ну, так... Попытаться отвлечь? Попытаемся отвлечь. А ты тогда пряталась? Да, я тогда пряталась. Мне просто интересно, но пока вроде все то же самое идет, ну как бы мы делаем выборы, но когда ролять-то будет? О, водички хотите. Хер, а как он так пальцем-то ее вскрыл? Вот, не вскроете вы так, попробуйте. Кстати, ну, короче, он же просто наклейку отклеил. Себе чат, вот вам... Задание. Вот, говоря, кстати, о Метроне, эту игру сделала компания Corbin Laser Games. Laser Games, понятно, да, почему? Потому что это отсылка к компании American Laser Games. А кто такой Corbin, чат? Corbin Dallas. А ты знаешь? Нет, я знаю, да. А, все.
Это не Корбан Даллас. Немножко тривии. Корбан Даллас, мультипаспорт. Вот, кстати, мне всегда было интересно, почему эта сцена с мультипасом так завирусилась, типа, ну а что в ней такого? Ну, просто словосочетание. Знаешь, вирусится разная херня и в разные периоды времени. Неважно, сколько фильму лет, то есть внезапно кто-то что-то найдет, вырежет, это куда-то удачно применит, и оно само собой разойдется. Так же, как этот относительно недавно... тема с массовой истерией, кошки живут с собаками. Из охотников за людьми. Тут должна быть графика, знаешь, как в Шерлоке. Короче, компания Corbin Laser Games так называется, потому что Corbin звали кота основателя этой компании. Такое интересное имя. И кот приказал ему называть контору в свою честь. Ну, это, кстати, не первый случай, когда в честь питомца называют компании. Да, например, вкусные точки. Кстати, еще хотел бы сказать, что если у нас останется время и возможность, возможно, мы постримим что-то еще после этой игры. Ведь так? Да. Ведь так? Ведь так, ведь так. Да, поэтому можете не расходиться. У Антона если вдруг подготовил... вам не если вот возникло такое жгучее желание, немного побойтим вас посидеть еще. А Антон подготовил... Ну, это будет сюрприз, но это будет известная игра на FMV. Да. Скажем так, в отличном от этого жанре. Это будет не квест. Да. Известная игра с известной войне, как говорится. Когда начнутся различия? Ну вот сейчас он на кухню действия. Зашел. А, такого да? не было. Да. Пожрать? Я все жду, когда будет сцена в ванной. Почему? А почему вы его называете в мужском роде? Это же женщина. Не, там скорее всего это вот он есть он чувак, и вот эта подруга, видимо, из клубешника, дочь, они хотели денег намайнить с отца, видимо, за... Ну вот я тоже так подумал, да. И она в какой-то момент переодевалась, чтобы, наверное, какое-то алиби сделать или как-то вот раздвоить, я не знаю. Ну, хрен знает. Ну, мне так показалось. Ну, у него просто тут прям небритость, это точно не женщина, да, по нему видно, что это челик. Но... Просто в конце же челик сел. Давай, идти в обиход. Идти в обход. Идти в приход. Добрый вечер, пишет Альта. Что происходит? Катерина Краснопольская, Антон Паули, Дмитрий Корнов. На Twitch-канале StopGame.ru стримит игру She Sees Red. Смотрим в чат. Зачитаем оттуда сообщение. Надеюсь, подробно ответил. Да. Собираем на прохождение метро. Да, собираем на прохождение метро. Хотя это не очень очевидно, но верьте нам. Оно будет. Смотри, он спрятался. Да, никто не заметит. Ну, это лицо его прям... Ну вот смотрите, ну специально, я как раз хотел сказать, как они хорошо сделали работу со светом тенью, чтобы лицо не было никогда на свету. Да, да. Ну, охранник пожрать пришел. О, надеюсь, это абсолютно вымышленная история, никогда такого не происходит. И ручку для кроссворда ищет. А, это сцена, это, короче, омаж на первый Jurassic Park, я понял. Нет, все. Чел, зачем ты так делаешь? Блять. Дурачок. Ты че, дебил? О, эту игру переводили чуваки из Dark Picture. Да. Блин. Не очень аппетитно. Ну че, решил его со второй картошки навернуть? Там что-то течет. А этой сцены не было в прошлом прохождении? Катя в обход пошла. Не-не-не-не-не-не. У него кипящее масло кипнуло. Да, чувак, остановись. Что делаем? Попытаться мы... Да. Не-н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 е-
нет, полчаса. Да нет. Подожди, но они то же самое говорят про Серегу. Не сказать, что Серега проходил. Нет, слава богу. Ну, как бы говорят, час полчаса. Сейчас никто не прошел. Да? Мне нравится, как она бровками делает. А ты это умеешь? Нет, ты умеешь. Инвалиды работают. Кому ходить? Антон умеет делать бровками. Бровки домиком. Вот типичная кухня в ресторане. А где они? Стоять. Что? 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 А зачем она сказала стоять? Он так стоял. Ну, он типа сказал прибираться. Он говорит, не прибирайтесь. Ну и что тут у вас? А этот чувал мне всю кухню разнес. Где? Ага! Я его полчаса по всему клубу выискивал. Не надо. Ищем еще труп. Не-не-не. Мы же никого... Не-не-не-не-не. Он там наверху лежит, наверное. Так мы же никого в этот раз не убивали. Вы что? Мы добрый путь прохождения. Ты попыталась сбежать, но, видимо, твоя попытка... На кубах выпала единичка, так сказать. Да. Ну, надо теперь проходить. Че? Реклама масла для фритюра. Кстати, я вспомнил историю, когда мы хотели себе отварить картошки в фритюре. Давно еще. Отварить во фритюре? Ну, в смысле это. Обжарить. С помощью обжарить. Ну, с помощью масла налить в кастрюлю, нахерачить, короче. А, мы решили так, ну, делать так прям много, мы прям целый там казан этой картошки настрогали вручную. Взяли кастрюлю, залили маслом, давай ее, короче, кипятить. И чувствуем, сидим в Сегу, играем, и чувствуем вонь, короче, по хате приходим, а там то ли что-то в этой кастрюле, то ли химия, то ли что было, то есть, типа, ну, все, и кобзда всей картошки, и всему пришли. Типа какое-то средство для мытья там было или ну, что? Ну, видимо, да. Я уже не помню. Не надо! Нифига себе, охранник такой за нож хватается. Что это за охранник? Охраняет, хорошо. В смысле? Чтобы никто продукты не украл. Какой охранник будет за нож? Вот видишь, используешь нож, но он тебе... А это ты чё? Это было у Тарантино, кто... Ходит, блин, трекинг, бедный трекинг, да что там? Да ладно, не старайся, я вижу, что. Нихера себе. А что, ручку отломали? Ну да, какие говёные ножи. Хорош. Ну, чувак, прям это. Опа. Надо было сразу во вход идти. Нелепая смерть. Я хотела в этот раз нормально все пройти, если честно. Ну, что-то пошло не по плану. Ну, да. Смотри, ты как бы до этого... Ты сэкономила два трупа, и ты их обратно вернула себе. Трамплин пишет. Говно полная игра и заброшена разрабом. Вот так вот. Да. Это разраб, видимо, написал. Причем в этой ночной смены. Специально выучил русский, чтобы прийти. Google переводчиком пользуется такой. Он топит чужие проекты, разрабывает чужие. Да, у него просто бомбануло, что у этой игры больше отзывов в Google Play. Он такой. Сейчас следующее его сообщение будет: типа, поиграйте лучше в White Shift. Типа, слышал, неплохая игра. Я не знаю. По-любому. А что ты знаешь, Женя? Глазами хлопаешь, не видишь ни хера. Так, а куда два охранника делось? Судя по всему, он не планировал идти через кухню. Ну, убили же одного. А двух даже. Ну да. Видимо, в морозильной камере, да. А там уже, да. Это тренажеры для Рокки Бальбо висят, видимо. Поэтому затер кровь и все. Та-та-та. Та-ра-та-та. Там еще Яна. Ничего себе. С пацанами тусит. А что она здесь делает? Фотография или настоящая? Фотка, наверное.
Да, это Шитова озвучивает, но играет не она. Ну да, я просто, я помню. Это, говорит, там Яна, он сейчас звонит, такой там, она сейчас, алло, такая, Яна, это ты? Да лежишь, да. Подожди, в смысле за дочкой? А, ну вот. За дочкой. Ну, Яна, это дочка. Да, они, ну вот. Но они, конце, но они в конце же сидели в одной машине, такие, типа, ля-ля-ля. Ты же сказал, что это 3 месяца назад было. Да, да, ну, я говорю, 3 месяца. В конце фильма. В начале они сидели в одной машине. Ну, в конце фильма. Мы должны понять, что происходит. Если что, будем читать сюжет на Википедии. Или нет. Или нет. Я буду. Почему вы сказали, что 4 прохождения? Или это так? Это просто он сказал. Это разработчик сказал, режиссер. Ну, видимо, там 2 линии, но у каждых линий в конце там 2 развилки. Типа спасти город или уехать вместе с голубоволосой девочкой. Вот, мы опять пришли. Вот, опять мы не знаем, кто такой Максим. Я думаю, Максим это вот тот чел на фотке, который сейчас вот показывали с татуировкой на шее. Оказалось, нет. Нет? Максим обратно. В холодильнике. То есть, а тогда Максим был не в холодильнике. Максим в холодильнике. Макс Пейн? Тогда про Максима она что-то другое... Он что-то другое говорил. Не, прикинь, да, Максим Пейн. Да. На твоей фотографии. Максим Пейн. Не, ну... Максим Пэй. Моя дочь молодая, Максим Боль. Красивая девушка. Вокруг нее постоянно трется какая-то шваль. Как? Шваль. Трется. Сходишь и проверишь схрон. А вы обо всех ее поклонниках сохраняете газетные вырезки? Кстати, в этот раз не было, что посмотреть. А, вот сейчас. Мы смотрели на... Сейчас стол посмотрим. Заценим стол. Просто хочу себе новый стол. Просто... Там же выборы должны ветвиться, и один выбор в одном месте должен, ну, как-то по-разному влиять в другом. Мы вот выбираем сейчас все другое. Она представляет, знаешь, мне кажется, сценарий вот 8. А. То есть, типа... А вот и Яна. Наконец-то вот сцена. Заглушь, кстати. Вы не видели ничего? Да сюда веди. Не кричи на меня, пожалуйста. Все, вот. Нам уже пишут. Говорят. Вот так вот. Вы не увидите, как... Я буду рассказывать, что происходит. Сегодня отец звонил. Яна лежит в ванной с мужчиной. Яна без одежды. В следующий раз ты должен будешь взять с собой больше. Яна привстает и начинает... Хорошо. Нет, не начинает. Она просто обнимает мужчину. Все. Ну, нажми на эскейп. Я-то причём? У тебя просто рука рядом. Все закончилось. Потрясающая сцена, которая стоила, конечно же, продолжить. Ну, если что, мы обозреваем искусство. Смерть в стране у российской наркокуины повешена в теме Таиланда. Классные, кстати, да, вот для набор картины, значит, и такая газетная вырезка в рамочке. Теперь Яна хозяйничает. А, ей нравятся такие. Она уже несколько месяцев управляющая. Она собирает очень странные картины. Скажите ко мне номер телефона. Не вижу смысла. Она все равно трубки не берет. Вот когда перезвонит, тогда и спросим у нее про эти газетенки. Юрий Евгеньевич. Так как у нас Twitch-канал скоро забанится, поэтому срочно накидываем, чтобы могли провести на Boosty стрим по Метрону. Какой тяжелый взгляд у дядечки. Шеф, а где ружье? Жаль, нет ружья. Дед, продай ружье. Все на пол! Дальше, оттуда! Он где-то здесь. Немножко удручает повтор. А, они из-за ружья этого? Да, я думаю, из-за снайпера, я думаю, что... Нет, они поняли, что ружья нет, и напряглись. А, кстати, в этот раз армян не предлагали вот звать. Да. Нет, так они, по-моему, после того, как встанут. Попозже, да. А. Держи дверь. Да-да-да. Он идет такой, и дверь держит руками. Ладно.
Что это такое? Фильм «Загадка», фильм «Бестселлер». Нет. Типа она свела вот эту татуировку вот таким образом? Ну, она там, видимо, входит в этом. Типа нет, отрезала там кусок кожи? Там, ну нет, там как ожог она выглядит. Здесь, кстати, татуировки не видно. Так потому что с другой стороны. Нет, а. Да. Но здесь она вот с этой. Ага. «Капли от масла», пишут в чате. Да, я тоже о каплях от масла подумала. Ну, похоже на ожог. Это, да. Ну, это прям сильно, да. Мне кажется, пара капель такого бы не дала. Там струйка была вроде. Ну, в любом случае, она бы так орала, если... Он так она... не стрелять. Он выжидает. Сложно. А вы к окну подойдите и проверьте. Он же не зря нас в этот офис завел. Что-то другое. Ему нужно, чтобы я этот сейф открыл. Вот тогда он и явится. А что в сейфе? Бабки, дверь бабки, держи. Сука, бабки. А вы двое на подхвате. А зачем ты открываешь, если ему... А, окей. Не, она бы вот спросила, а что в сейфе, и он должен был сказать Doom, и начался бы экшен-эпизод под BFG Division. Вы же смотрели фильм «Цвет денег»? Не, первый раз. Ты лучше бы не знал. Ну, типа, почему игра Doom называется Doom? Потому что вот цитата из этого фильма. А, прикольно. Это фильм про бильярдистов, и типа... Один из бильярдистов свой ки называл Doom. Ну, типа, пиздец всем. Вот это фан-факт. Это началось топ-10 вещей в моем сейфе, короче. Я понял, рубрика. Вы считаете, что все эти трупы... Так, миллион долларов. $100 купюрами, револьвер. Так, мультифорка. Чем он все это выкладывает? Ну, это, говорю, топ-10 вещей в моем сейфе. Так. Да, я вчера... У моей дочки полспины обожжена. И все. Она тоже масло? Этого наркомана. Он бычки тушил? А ведь я этого упыря даже на работу устроил. А он, сука, потом. Нажрался и... Начал всех обжигать. Тут на кухне. Моей Янке горячим маслом полспины обжег. Ну, это не масло. Но... Горячее. Значит, вы давно поняли, что это он. Да понял. Просто не хотел, чтобы вы меня к этому делу подшили. Вот так вот. Что это? Я просто увлечен сюжетом. Да, я тоже увлечена. Там еще есть. Не знаю, мне тут мужик больше всех нравится, если честно. Вот этот мужик? Ну, хорошо играет, да. Который статуя вот этот? А вот это котика. Блин, склейка была видна. А автор говорил, что не должно быть видно. Ну все, все, дизлайк, отписка. Сестра? Сестра, это она? Да. Кто сестра? Она сестра мужика, чела, который ходил. А, который с этой Яной мутил, да? Да. Куда? Тащи. Ну честно, а почему мы должны сестре сопереживать какого-то курица? Мужик, сдави ее! Давай! Что-то с дочкой сделать, я его живым отпущу. Просто бенефит такой. Давай, давай, клюй. Вуди. Не, нормально. Вот можно было, да, вот любой другой фильм начинаешь смотреть, он со второго раза интереснее, смешнее бы становился. Ой-ой-ой. Блин, нас точно не забанят за такое? Ну надо сразу жестко. Да, короче, удалить. Все стримы Лазаров удаляются, поэтому приходите сразу на них. Да. На душе как-то теплее становится. Неси поменьше. А, все, выиграли, да? Наши победили, я смотрю.
А чё он кончик-то не отрезал? Из деревни, что ли? Она проиграла. Ачивку дали. Ну, вот это не фикрил, не фикрит. Я, конечно, все понимаю, но почему можно не пропускать? Ну, как в кинотеатре, что, скипаешь, что ли? Вероника там было написано. Так, давайте обсудим. Вы поняли, почему игра называется «Она сердится»? Нет. А ты? Нет. Надо третье прохождение. Понял. Ну, так подожди, ну, типа... Ну, мы не знаем, как правильно. Обычно в таких случаях мы с Антоном берем гайд и идем по гайду. Да? Я думал, мы сейчас обсудим. Да, и, мы обсуждаем. Дальше пойдем. Да, обсуждаем. Короче, получается, история такая. Вот у хозяина клуба, Пуба Рай, была, ну, есть или дочка. Была... Яна. Дочь, Яна. Она работает управляющей в этом клубе. Можно я буду связалась... чертить генеалогическое древо? Да, в прошлый раз карту надо было чертить. Да-да-да. Она связалась вот с каким-то чуваком. Ну, видимо, он был там какой-то наркоман или еще кто-то. Да. И он ее абьюзил. Непонятно почему. Да, непонятно почему. Ну, упоролся он там чем-то. И... Получается, этот отец этой Яны что-то сделал, что ли, с этим чуваком? Я вот не понял. А главная героиня — это его сестра, этого чувака. Главная героиня — сестра чувака. Ну, типа, да. Вот... Сюжет такой запутанный, что без бутылки не обойдешься. Без бутылки, волшка. Не, а Антон приносит 20-литровую бутылку с водой. Так, ну, типа, хорошо. Но она, хорошо. Вот она приехала в клуб, чтобы что? В начале игры. Да, чтобы что приехала девка, и чтобы что ее брат, что он хотел. Почему? Я пока не вижу никакого резона сопереживать ни вот этой вот сестре, ни брату. У мужика вроде бизнес какой-то, не знаю. Клуб рай. Дочка. Ну, вроде бы, ну, бандюган, видимо. Не-не, смотри, вот там в конце, типа, он когда сейф открывал, он говорит, типа, вот, наверное, он приходил за деньгами. Типа, может, он реально хотел деньги украсть из сейфа? Ну, там были еще какие-то документы. Да, вот. Ну, допустим. Да, что там? Вот, не могу понять, не вижу. Убил в тюрьме в Таиланде, обставил как самоубийство. Да. А кого убил-то? Кого убил-то? Кого ты убил? Себя. Себя? Да. Не, кому вы будете переживать в метро? Нет. Ну... Да здесь не надо все переживать, здесь это просто история про говнюков. В метро мы не будем никому переживать, потому что полоска не собирается, да. Поэтому не будем. Да, что тут совсем... Только букву «Л» закрасили, да? Каждой строчке только точки. Ладно. Брата сестры того чувака, который обидел дочку лысого. Брата сестры. Убил брата сестры того чувака. То есть их там трое, что ли, было? Нет, это какая-то постороничная, по-моему, это. Не знаю. Типа их там два брата и сестра, что ли, было? Если верить этому сообщению. Нет, там... Там брат и сестра, но кто-то еще почему-то переодевался в женщину, точнее... Так это и переодевалось. А зачем? Вот тоже непонятно, так зачем. Она переодевалась в мужика, чтобы там где-то, видимо... Да, вот. Нам же не просто так показывают, когда главная героиня надевает парик и становится более похожей на парня. Нам показывают лицо того парня в капюшоне, полным планом в смысле. Ну вот, ну какой момент сестра становится братом? Нет, смотрите, мне кажется, надо ответить на вопрос, зачем эта сестра приехала в клуб? Ее вызвали? Да, вот, мне кажется, ее никто не вызывал, она сама приехала и сказала, что вызвали.
И вообще она никакая не полицейская. Бизнесмен убил брата ГГ и обставил, как сама выпил, а сестра пришла за доказательствами вины бизнесмена. Ну вот, короче, этот, да, брат, который тусил с Яной, да, видимо, он вот в тайской тюрьме умер. Ну, типа умер. Так. А... Но это не отвечает на вопрос, каким образом сестра попала в клуб. Так... То есть она... Там был труп, короче, вот в этот, Борецкого с карандашом. Зачем? Игра с этого начинается. Да, и зачем он? Ну, типа, получается, наверное, сестра вот эта пришла в клуб, навела там шухера, ушла, а потом вернулась, да, под видом, да, девушки. Которая ведет расследование, что... да, чтобы втереться в доверие и дойти до кабинета вместе с ним к сейфу. Но, смотри, там не получается, потому что этот хозяин клуба сказал, типа, сестра спрашивает у хозяина клуба, почему вы полицию не вызвали? А он говорит, чтобы там меня не привлекли к этому делу. Да. То есть, все-таки это он ее вызвал. Так никто никого не вызывал. Она сама, типа, поступил звонок, непонятно от кого. Она прикинулась вот этим звонком. Да. У меня сложилось впечатление, что, типа, они сами удивились. Типа, какой звонок, откуда, но не могут из-за корочки ей препятствовать. Убийца и детектив один и тот же человек. Да. Поэтому она знает все ходы самой себя. Но да, мы это поняли. Да. Вопрос в том, как она в клуб попала. И типа, чего она добивается. Ну, видимо, добраться до сейфа, да. Видимо, в концовке надо было все-таки... как там было? Брат, скорее всего, умер. Сестра пришла за доказательствами, переодевшись братом, но не смогла найти доказательства. Вернулась, как представитель власти, якобы кто-то оставил сообщение. Сука! Якобы. Ну, да, возможно. Но только непонятно, нафига она убивать-то начала сразу. Игнигнокт 2D доносит 1000 рублей. Знаете, мне нравится идея рубрики «Паули и Катя. Очень люблю вас». С третьим пока не определился. Это со мной. Вот если бы он надел кожаный плащ, ну нет. Не готов на такие жертвы идти? Нет, нет. Мне надо было на одно слово меньше и многоточие поставить, если бы он надел кожаный. А у тебя вообще есть кожаный плащ? Нет. Вот у меня просто есть. Какой плащ у тебя есть? Если что, так что... Просто у людей же, у каждого есть свой кожаный плащ. Да. Я не знаю. Давайте еще разок. Да. По гайду пойдем. Она злится, сами? Вот и начала убивать. Давай по гайду. Ты можешь найти сейчас гайд и. У нас уже открыт лаз. Лаз. Лазы. Лаз, это значит, что мы. А какой гайд нам нужен? Лучшая концовка в. Она сердится. Надо просто посмотреть, какой ачивки у нас не хватает. Нажми на игру. А, тут вот есть все концовки. А мы можем посмотреть, какие концовки мы выбили? Так, можем, наверное, да, посмотреть глобальную статистику достижений. Она не сердится. Вот. Вот, нам нужно «она не сердится», мне кажется, да. А, ну, я нашел, да. Это еще ниже есть что? А есть «она сердится». Это мы не выбили еще? Нет, у нас нет ни «она сердится», ни «она сердится». Пацифист, не драться. А, это типа документы смотреть, не смотреть. Да. Ну, давайте. Так. Что, ты сразу стартанул? Что там нам? Я думаю, начало там... Можем проскипывать. Главное, на соски не напороться больше. Очень остренький, не да? Да что так, ты делаешь-то? Я тебе уже сколько сказал. А я хочу сама проверить. Вот. Видишь, я где это делал? Блин, классно. Сам... Вот и третье прохождение. Сам не поверишь.
почему это так странно сделано? Типа, начинаешь новую игру смотреть, не смотреть, и если нет, то сразу... Так это ачивка, это просто рофлинг. Как мы в Гейте делали рофлинную херню. Так, Трэшкор пишет, там, видимо, все очень сложно. Брат позарился на богатство Лысого, сблизился с его дочерью, а потом до него добрались в Таиланде. Его сестра решила продолжить его дело, потому сначала переоделась в парня, хотела достичь своей цели таким образом. Смогла, и потом пришла в качестве детектива. Ну да, мы типа примерно так и поняли. Короче, очень сложная схема по отъему денег у честного лысого бандита. Ну я гайд открыл, если что. Давай, говори. Просто руководи нами. Да. Просто помнишь, мы твоя рука. Помнишь, как мы водили тобой по лабиринту, а теперь твоя очередь. Да. Учитывая еще, что вы не слышали звуков в этом лабиринте. Хотя, может быть, нет? А нет, я вот сразу да нажму. Я должна, как бы, все должна сама проверить. Так, ну мы можем, я думаю, скипнуть сцену. Мне нравится, что там написано, вы увидели эту сцену, пропустить. Так, вы точно уверены? Позаботиться? Нет, оставить на месте. Да давай смотреть, как бы тут полчаса. А то мы потеряем нить сюжета. Я не потеряю, я помню. То есть вы хотите сказать, что вот эта девка, сестра. Ну что-то не знаю, руки мужские. Да там подбородок показывали. На себя отрастил мужские руки. Видно, что щетина. А вот она не показывает, у нее руки. Может, она гормонов. У нее мужские руки. Они мужские. Точно. На самом деле, она монстр Франкенштейна. На самом деле, я думаю, если сильно постараться, можно вот на таких общих сценах, по-любому им грим на шее не делали, можно увидеть и сказать, а, не верю, я вижу, что у вас там на шее ничего нет. Ну вот видите, она говорит, сигнал подтвердился. То есть, типа, ну, какой-то сигнал был все-таки. Она делает вид, что сигнал был. Ну, понятно, да. Но алло, все равно. Да, я тоже, смотри. Дим. Сигнал подтвердился. Ты в ладошку говоришь. Может, поговори в ладошку. А что с камерами? Мыло? Они у нас работают только на зал. Ну, допустим. Здесь глухая зона. Там мыло. Ну, допустим. Тяжелый, как мамонтрем. Отъелся. Стоим. Может, помимо брата есть еще кто-то третий? Да вряд ли. Что-то сложно. Яна есть еще. Хотя, если вспоминать этот... Хьюстори, все может быть. Ну, в Хьюстори, кстати, вот там было классно. Ну, там больше геймплея было. Да, естественно. Ну и сама история... Тут как бы тоже фрагментарно все подается, но тут по-режиссерски фрагментарно, а там ты сам себе режиссер, по сути. Таиланд, кстати, написано. Я только на третий раз я прочитала, что тут написано Таиланд. Не, ну вот, кстати, да, вот на третье прохождение. Не, на третье прохождение я уже поменял свое мнение. В принципе, норм. Но да, это не игра, конечно. Это действительно просто фильм. Это надо на Netflix. Это надо вот на кинотеатры, чтобы чувак... Туристический. Или не только чувак. Сел на диванчике. Да нет. Мне кажется, это плохой вариант, потому что слишком мало уж выборов, и люди заскучают, скорее всего. Типа одно и то же смотреть. Это вот мы на стриме. Веселые лазеры. Да. Лазер. Кстати, игра и на телефонах есть, то есть. Можно в метро, пока едешь. Метро, да, такой. А можно в метро играть, как думаете? Думаешь, можно, когда наберется лазер. Полоска. Можно ли смотреть стрим метро на метро, да? У вас может появиться такая возможность. Странно, что они не портировали свою игру. Corbin Laser Games, Steam там. Да ты угораешь, что ли? Это ж, даже, по-моему, не юрлицо было никакое, насколько я знаю. Хотя хз. Я так понял, там местный трудовик детей на камеру снимал. Ну, типа, да. А он подошел. Для игры.
Подошел, говорит, хотите в Ералаше сняться? Хотите в игре сняться? Ну вот здесь вот она не снимается. Подходит из-за дерева. Ну это не, ну в смысле, это не она. Ну это не она. Да почему, да почему? Ну типа по маникюру, наверное. Да блин, у нее руки в перчатках. Лицо я смотрю, ну не она, мужское это лицо, ну нельзя так. Играть в метро, в метрон, слушаю фоном из метро. Так, что выбрать? Так, да, не так, а какие там варианты? А смотреть комнату или не рисковать и уйти? Не рисковать и уйти. Не рисковать и уйти. И у меня легкое чувство дежавю. Рисковать и не уйти. Ну тут скипаем, то есть. Спасибо. А то есть покажете? Тут. Может покажете? Может покажете? Может покажете? Давай. Про член. Нам показывают не то, как было, а то, как представляют. Ну. Нет, хз. как было. Мне тоже кажется, да, как. Ну, они же трупы находят, они как представляют, в смысле. Типа, если бы. Следующее там отвлечь или не шторки, отвлечь. Шторки, кстати, очень красивые. Ты пока смотри следующий он вариант. Он ломал палку. Он и ломал палку. Да? Да. Вообще не он, а следующий, она. Следующий вариант спрятаться. Разбойник. Спрятаться. Ему навстречу кто-то. А так мы не делали. Да, мы не прятались. Потому что мы прятались первый раз. Однозначно из персонала. Моя охрана его без боя бы не пропустила. Такая вот у нас охрана. Без чуть, боя. Чуть что за нож хватаются. Это, помню, была какая-то нарезка работы то ли иркутских, то ли тюменских охранников. То есть из клубешника, как они там выносили. У них там целый такой прям видос, как CS-муви. Спрятаться, да? Прячемся. Да. Прячемся. И они там уничтожали всяких. Я понимаю, чуваков, одежда да. Мешковатая такая, какой-то типа пуховик, но не видно, что да, тело может быть и женское. Птичка нет. Ну, да. Но она же их. Она замотала. Да. Она специально, да, замотала. Рай. А вот прикинь, у нее что-то было бы проблема, если бы ее одарили там пятым размером. Чатик, я вот читаю вашу дискуссию, я не понял, реально есть порт Метрона в Google Play? Или я что-то не то понял? Ну, это тебе предстоит выяснить. Просто так. Есть, да, лол. Ну, тогда это прикольно. Для рубрики мобильный ВС, он на дерево полез, там играет он в Метрон, потому что он... Мобильный ВС. Потому что он Антон? Ну да. А, блин, нет. А, есть, да. Метрон — это интерактивный фильм в жанре survival horror с элементами квеста. И роглайка. Может считаться ярким примером стиля ар-брют. Ух ты. Ну это там уже чувак рофлил просто. Не, ну, может быть, там стиля под брюк, как бы. Не, кстати, написано, что это цитата из Википедии. Ну, Википедию мы с вами тоже можем писать. Ар-брют — это направление в изобразительном искусстве середины 20 века. Короче, в переводе — необработанное, неограненное искусство. Ну, то есть такое сырое. Вот прикольно, так, прикольно. Сегодня часто бьются лампы. Как яйцо. Много нового узнаем. Да. Раньше это называлось самодеятельность, а не арбрют. Ну, согласись, арбрют звучит солиднее. Ну, естественно. А, так получается, те передачи про игры, которые смотрели, они все были арбрют. О, теперь-то все сходится. Я-то думал, это просто сраный звук и картинка, это арбрю. Ну, нам поступил звонок. Джон Уик. Нам поступил звонок, кстати, потому что в вашем клубе убили человека. Есть вайб Джона Уика некоторый. Так она с челиком пришла, что ли? Ну да. А кто это? Ну, какой-то коп 2. Ну, прямо вот он вообще спиной. Как в этой истории. Ну-ка его тоже застрелили в той концовке. Да, но почему у нее есть сообщник?
глупый вопрос, понимаю. Ну, он просто тоже денег хочет. Хорошо, он просто хочет денег. Она ему, думаете, денег пообещала? Да ну так себе мотивация. Так, еще соуса добавим. Мы, а почему? Махнули. Ну просто походить гривой, покивать, и так и говорит, а тебе там 1100 отвалит. Ну окей. Может, он вообще бомж какой-нибудь. Мы в этот раз а он такой, не-не-не-не-не. А мы в этот раз не идем на кухню. Вот это вот, когда спрятаться. Вот, выбираешь... видно прям, вот видно, что женский профиль был. Ладно. Женский нос? Ну да, такой изящный, не как у мужиков. Но... не рубленый. Как котлеты рубленые? Как мясо. В позах. Ну уже... Ну, блин, вот здесь мне кажется, что у нее вообще такой подбородок чисто мужской. Ну, подбородок, возможно, а вот нос... Так, идти в обход, идти по схеме. Идти в обход. Окей. А там, скажи, драться сразу или ты что-то? Куда ты хватаешь? Не видишь? У нас еще будет различие или опять да. будем терпеть? Да тут... А вот это, кстати, у нее это, макияж был. Ой, макияж. Маникюр. Да? На ногтях, да. Да не может быть маникюра. Маник. Да нет. Притчер. Вот, кстати, когда вот снимаешь, ну, в таком стиле, внимание к деталям чудовищное вообще должно быть. И, ну, можно прямо обосраться. Иногда. Десба заносит 100 рублей. Антон, с днем рождения. Не-не-не-не-не-не-не. Я на это не поведусь. Катя один раз согласилась в любой день рождения. Все. Я не согласилась в любой. У меня правда день рождения был недавно. Поэтому все. Так, а дальше какой выбор? Ждите какой-нибудь день геолога хотя бы. День дальше попытаться сбежать. То же самое, да? Угу. Блин, мне кажется, там развилка будет минимальная в том, что в конце документы посмотреть, да? Ну, тут написано, да, то есть тут пригвождает ножом. Блин, давайте тогда вот эту вот сцену с маслом пропустим, она слишком эротичная, кстати, об эротичных сценах. Пропускаем? Я думаю, да. Конечно. Короче, вот этих охранников, одного зовут Максим, а другого Сергей. Так, вот. Попытаться сбежать. А, попытаться сбежать, да. Очень быстрые выборы. Меня не видели. Не-не-не. Где-то час назад Серега из охраны проходил. Так, а вот этот скипаем? Да, давай, у нас пока нет. Ничего нового. Сегодня вторник же ведь. Подожди, да? Я же нажала. Выборочный день. Больше нельзя пропускать. Тут еще это новая сцена. А, все. Так мы это видели. Нет, не видели. Блин. Да не видели. А где они? Я ну, это вроде видела. Видели. Стоять. Что? Не знаю, где ты это видел. Кстати, да, да это, там же сцена в ванной будет, поэтому да, будьте да. настороже. Ну, я помню, это фотография со стола. Сделайте побольше. Вызывает. Да, да. Расставьте после... правильный акцент, так что сказать. Что тут у вас? А этот чехол мне всю кухню разнес. Ну, кстати, там не было написано, какой бюджет у этого всего? Маленький. А сбор? Вот что единственное было сказано. Небольшой. Поэтому вообще режиссер не сам захотел снимать игру. К нему обратились. Ну, с тем, да, что типа никто не хотел снимать чувак, никто. Можно я это тоже скипну, пожалуйста? Спасибо. Ну, мы видели эту сцену, там написано. То, что мы не видели, нам не дадут пропустить. Ну, мне кажется, вопрос, на который нам надо ответить сегодня, вот это почему сказал. Игра называется «Она сердится». Да. Ну, если мы выполним квест «Она сердится», то. Ну вот. Это мы все поймем. Мы сейчас должны прямо ее четко увидеть. Тут светло. Но оператор изящно работает
со светом и тенью. Держи его! Ну, я не люблю эту сцену. Это моя нелюбимая сцена из всех сцен. Вот и все. Вот. Она сердится, потому что брата убили. Ну, там, там большое сообщение BP-13. Да, без единого, да, без единого знака препинания. А ты почитай. Так читай. Короче, все, что я понял по поводу сюжета, был мужик Нарик, он встречался с Яной, дочкой бизнесмена. Вот бизнесмен. Бизнесмен куда-то устроил Нарика на работу и потом обжег Яну маслом и загремел в тайскую тюрьму. Бизнесмен отомстил ему, убив его в тюрьме, построив это как суицид. Спустя время сестра узнает, что у бизнесмена есть доказательства его виновности и собирается их выкрасть. Договаривается с одним из охранников, но все идут по везде, и она убивает чела карандашом и далее по игре. Где они? Ну, похоже на правду, я да. Я не знаю. Но а с другой стороны... Женя? Глазами хлопаешь, не видишь ни хера. Судя по всему... А зачем он маслом обжигал? Кого? Брат Яну обжигал маслом зачем? Да спина. Просто по кайфу. Ну, типа, он же говорил, там, ну, закинулся чем-то, и... Ну, а он все время как это, как обколется своими наркотиками, ходит маслом, обливает всех кипящим. Так, а почему фотографию здесь оставили? Типа, намек для бизнесмена, что, типа, бойся? Он просто потерял. Ну вот. В драке. Да, такую... Выпал из, ну, из нагрудного кармана. У меня так телефон как-то был, и наклоняешься. Губы погладить. Вот, ты уходишь, ты. Ну, я телефон-то тяжелый, его чувствуется, а фотка-то что? Выскочил, и все. Вот куда он звонит или звонит? Яне? Ну да, проверяет, жива она, не жива. А потом он говорит, Яна все равно трубку не берет. Вы куда? Да, ну до этого еще говорил. За дочкой. За дочкой, но при этом он пришел за к себе в кабинет. И ничего не случилось. Он говорит, вот, за дочка. Подождите, а у брата и сестры, получается, татуировки одинаковые? Ну, возможно, да. Но у нее сейчас нет татуировки на шее. Или потому что она почему? Нам ее не показывают там же... просто. Ну, свитер. Там свитер, да, все закрывает равно, все равно было бы видно. Там довольно широкое горло у свитера. Свитеры. Ну, будем считать, что не видно у нее свитер. Это такая игровая условность. Ну, окей, хорошо. Ну, можно было просто найти другой свитер, который полностью ну, горло закрывает. Ну, он бы не был таким симпатичным. Я вас уверяю, можно найти такие симпатичные свитеры. Я уехала домой, если Максим меня заменит. Кто такой Максим? Ну, Максим это вот один из охранников, да, которого мы убили, да, до этого. То-то на кухне. Непонятно, почему ну, охранник да, 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 должен заменять. И... Ну, типа, управляющий охранник. Ну, да. Вот, как я понял, тату парные. Возвращаемся хорошие обратно. Оттуда у него только один проход. Через... У первого тоже дощечка с надписью типа «Начинай переживать». Да, там было «Таиланд» написано. Так, а дальше у нас какие? Мы уже приближаемся к развязке, кстати. Только не говори, что да, стоит посмотреть. Рядом с вашей дочерью да, какой-то парень. Это кто? Именно так. Моя дочь молодая и красивая девушка. Вокруг нее я уже скоро выучу эти диалоги. Сходишь и проверишь схрон. А вы обо всех? То есть он уже догадался, типа. Ну да. Уже в этот момент. Да. Вопрос только, о чем он догадался? Стол? Осмотри. Да, да, да. Сейчас будет сцена. Я помню. Все? Вы точно хотите пропустить эту сцену? Ради нее все и затевалось. Она уже несколько месяцев управляющая. Не порезались. Мне номер телефона. О, не вижу смысла. Острые. Все равно трубки не берет. Вот когда перезвони, тогда и спросим у нее про эти газетенки. Юрий Евгеньевич. Юрий Евгеньевич. А вот теперь, мне кажется, вам стоит вызвать своего адвоката. Юрка. Музыка как в Mass Effect. А где же ее? Не мне, легкое чувство дежавю. Все на пол! Дальше, а только... Ну, мы вроде прожали все, что в прошлый раз. Да, ну там одно различие было только.
Так, и... сейчас... Да. Сейчас надо нажать атаковать будет. Окей. Вот тут будет различие. Ты до этого не нажимала? Я нажимала... Не атаковать. Держи дверь. Давайте скипнем. А там... А там в ачивках, ну, 4 только концовки есть или больше? Ну, там есть она сердится и она не сердится. У нас ни одной из этих двух нет. Mm-hmm. То есть надо либо посердиться, либо... Атаковать. Атакуем. Mm-hmm. Новый контент. А мы смотрели... А мы после этого смотрели документ? Да, мы смотрели документ, конечно. Потом... Чистим! Чистим. А, ну вот это ее сообщник, походу, вот этот мужик был. О. Это точно концовка? Ну, она не сердится. Не похоже, что она бы не сердилась. А нет, смотри-ка, не. Не, ну видно было, что ей в руку попало. Ну да. Должна была, если бы в лицо попало. 20 лет назад, классно. Нихера себе, вот это. Это брат и сестра. Он сейчас будет сжечь ее маслом. Они на самом деле дети того бизнесмена. Я думал, ты скажешь, дети лейтенанта Гранта. Шмидта. Все, дом рушится. Блин, какая классная это. Вот это они... Помнишь серию сообщества? Я об этом тоже подумал. Вы чего? Это что, Фельдш? Ничего, это за мужик. О, подожди, знакомый актер, по-моему. Это Валдис Фельдш. Да ладно. Нет, это кто-то из разбитых фонарей. Или, или ментозавр, или ментовские войны. Она всегда вступалась за брата. А это был он. Это все из-за какого-то тупого. Вы знаете, кто такой Мол? Ну, это... Мой брат. Мол, это который доставляет... Наркотики. Да, да, да. Наркотики, да, переводит через границу. Ну, доставщик. Ну, видимо, в Таиланд он за этим и поехал перевезти что-то. Разменялись. Перепутал. Кому яйца выдавать? Классно развлекается просто. В конце такой страдает, бля, я в этом снимаюсь. Давай. Что, они друг друга решили, я не понял. Да, да. Да. Ну, актриса хорошо играет. Да что ж они перестреливают? Самый медленный перестрелок в кино. Вот это из индийского, короче, тела. Самая эпичная смерть. Кстати, к вопросу о перестрелках и Диком Западе. Бля, они продолжили. Так, так, и что? Ну, это он? Ну да. Да в смысле? Так я кстати, не. Может, заглушку поставим? Я просто не знаю, что дальше будет. Погоди, я прочитаю. А, нет, тут написано «Смотрим». Смотрим. А финальную сцену. Может, давай заглушечку, пожалуйста. Давайте, расскажем вам слова. Я это переживу, как бы. Так. Да не, ну там сзади к нему кто-то крадется, поэтому... О нет, какой огромный, господи, боже мой! Твою мать! А, нет, он просто их бит. Да. Просто бить хочет. Это можно показывать. Надо продолжить. Вот, он такой, опа. Все, а вы боялись? Ну... Если такой переход был, ну, создается впечатление, что это он. Да, да. 20 лет назад. И 20 лет. А Яна, может быть, это дочь какая-то более младшая, типа она там, может, сводная. Ну, короче, вот на том сайте, где есть прохождение, там есть еще какой-то комментарий по поводу сюжета. Это разработчиков, я надеюсь. Подожди, сейчас мы сами посмотрим. Да. Ну чё? А ты чё? А я чё? Да я ничего. Я не могу. Давай ты. Да я так же с женой разговариваю. Не буду я. Я сказал ты, значит ты. Все, прекращай. Ты хотел услышать? Так, подожди. Тише. Егор.
чем вопросы? У них как бы нету вопроса там поговорить, да? Да. Вопрос только, кто пиздит, как бы. Да. Вопросы, кто не... Кто... Есть и другие способы воспитания, если что, на минуточку. Давать или не давать. Вот, получено достижение, она сердится. Картохин, нет, брат-наркоман встречался с Яной. Яна — это дочь хозяина клуба. Подождите, дочь хозяина клуба. Он же не мог встречаться с... Если мы думаем, что этот чел... Все, не надо. А, кстати, заметили, на каждой концовке разные музыка. Да, да. Завьялов старался. Альбом написал для... Мы можем для считать это хорошей концовкой. Да, ремня дали, умерла. Всех убили. Не дали. Мне кажется, не там, дали, самая не первая концовка, которую получили, она самая какая-то оптимальная. Почему, всех... А почему она? А почему всех, не всех посадили, как бы, все. Во-первых, не дали ремня, потому что никто не захотел давать ремня. Поэтому все кончилось хорошо. Я просто не поняла, кто им этот мужик. Ты что, еще раз? Не-не-не, я просто тихо сделаю, потому что музыка... Я хотела в тишине. Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай местами поменяемся. Почему? Я попробую другую игру включить. А, да. По-моему... В смысле, а мы четвертую не будем получать? Вы зря думаете, что их батя был боссом клуба. Давайте голосование проведем, если у нас есть модераторы, которые смотрят. Сделайте, пожалуйста, голосование, смотрим ли мы четвертую концовку. А пока ты прочитаешь комментарии от разработчика. Да, это не от разработчика, это комментарий от анонима. Так, называется... еще лучше. С днем рождения? Нет, называется «Сюжет для тех, кто не понял». Так, да. Сюжет. Так. Ага. Давай. Дети — это главная героиня. Детектив и убийца в одном лице. И ее брат, любовник Яны и погибший в Таиланде наркокурьер. Ну, пока все сходится. Они — приемыши. Главная героиня, детектив и убийца, решает отомстить за смерть брата, которого использовали в своих интересах для перевозки наркотиков, Юрий и Яна. Для перевозки семейный, котиков. Семейный наркоподряд плюс клуб, семейный, где все происходит. А Юрий — это босс. Ну, отец, да. Отец Яны. Все. Да. Юрий? И все, что мы наблюдаем, это месть сестры за брата. У нее был план. Но во что все это выльется? Следствие действия игрока. Можно погибнуть, можно убить Яну руками Юрия, а можно убить Юрия на глазах у Яны. В конце, когда Яна садится в машину, это флешбэк, когда Яна провожает брата героини в Таиланд, где он погибнет. Брата героини, да, героина. Подождите, а кто замужет в джинсе в конце? Это не, вот, не Юрий, да? Нет, ну тут видишь, тут пишут, они приемыши, я не знаю, это важно. Типа, вот почему они боялись их бить, потому что они приемные, видимо, дети. Но. Я думала, они боялись их бить, потому что она сердится. Но если бы они боялись ее бить, потому что она сердится, это должен быть фильм Кэрри там или «Воспламеняющие взглядом», что-то такое. Типа, а тут, ну, сердится и сердится. Пересердится. Не, ну. Нас так непонятно, нас да, так вот не сделали концовка. Голосование, нет модератора, все. Ну и ладно, тогда не будем да проходить. Да нафиг уже, все и так ясно. Ну. Мы не ставили задачу проходить на 100% FMV. Ну то есть он отчим их, а почему отчим так поступает? Понятно, да, что это отчим, просто зачем нам его показали, зачем нам показали этот флешбэк? Мы же местами поменяться. А, ты будешь играть вторую игру? Да. Мне надо включить ее еще. Хорошо. Рокировочка. Наушник. Нет, ваше мучение еще не окончено, и будет еще одна игра. Да, если вы надеялись на то, что... Смотрим. Если не найду, то не будет. Ты найдешь. Вот, он уже нашел. Надо только образ сейчас еще поставить. Да. Не, она прям с образом. Да, я знаю, я просто подстёбываю. Наше мучение окончено.
Если он отчим, то почему по сюжету не очень сильно заметно, что они знакомы? Кстати, да, нет, хороший вопрос. Ну-ка, она выросла. Нет, это не разные люди. Он просто не общался с ними, видимо, она выросла. Но он почему-то узнал и такой, типа, вспомнил ее брата, сказал, что она более мужественная. Непонятно почему, ну, в смысле, понятно, но, типа, непонятно, почему он в тот момент их узнал и понял. Не, блин, если, а это, и, ну, если он отчим, то они должны с ним были жить, как в семье. Типа, разве нет? Скейп выходит, что ли? Чё ты говоришь? Подождите, сейчас Антон пошепчет. Ты же нормально все запускал и захватывал. Да. Не, я не помню, что такое захватывал. Да, ладно. Ну вот пишут, как вариант, это раскрытие главной героини, что она всегда заступалась и мстила за брата даже в детстве. Да, ну, есть такое. Да, есть, наверное. Такое. Где? Странно. А потому что слой сверху надо поставить. Какой именно? Ну, с игрой. Думаешь? Уверена. А вот как вы... откуда он узнал, вот этот Юрий? Нет, откуда он узнал? Прозрачная. А что еще раз Юрий? Откуда Юрий? Ну, откуда Юрий узнал, что она сестра? Как он понял? Вот это непонятно. Эти пираты вооружены до зубов. Отличный шанс потренироваться в стрельбе. Приветствую тебя, Рэй. Вы слышите это, если что? Или нет? Я не слышу. Ты не слышишь. Она сама сказала, пишет в чате. Серьезно? Ну, может быть. Так, ну куча всех ну, говорит. В чате пишут, что они что-то слышали, а я нет. А, я, ну, я, наверное, я мне... Ну, тебе-то это надо отдельно рассмотреть. Да, да. Именно про... Ну, почему-то он его не видит. Ну, то есть я нажимаю, он экран вроде должен захватить, но... Ну, бывает такое, это надо захват экрана делать, но это слишком экстремально для нас. Да не то, чтобы просто... Странно. Ну да, почему-то, короче, захват с игрой, экран с игрой прозрачный. Мне кажется, важно, что она его по имени-отчеству назвала. Да, он увидел ожог, и ожог он увидел, да. И не раскрыта тема того, почему Юрий у нас пиромант. Ой, не Юрий, простите, брат. Я имя брата не запомнила. Брат пиромант и поджигал. Я брат дегенерат. Вот, это как-то странно. Ура, захватывается. Ну, я как окно захватил. Как окно. Да. Космический пират. Надо, наверное, чуть-чуть подвинуть. Да, вот так. Вот так. Все. А, ну да, вот в концовке с пакетом он спросил, кто ты ему. Да, он же ее потом... Эти пираты вооружены до зубов. Отличный шанс потренироваться в стрельбе. Приветствую тебя, рейнджер. Я нахожу... Надо же в Дискорд расшарить, да. А то Дима-то ничего не увидит. Да, расшариваем и... Ну, я увижу, но не услышу. Ну, там... Так, а пока небольшая, как бы, прелюдия. Это сейчас мы будем смотреть игру тех самых, той самой, простите, American Laser Games. Видно? Да, видно. Прямо за поясом астероидов. Сможешь добраться можно, до меня? Можно, кстати, сменить название игры на Space Pirates. Да. Сможешь добраться до меня? Я скрин он решил увеличить. Ну ладно, там пока ничего важного не происходит. Что? На Twitch пилоте. Да, сможешь добраться до меня? Отличный выстрел. Это крутая игра. Хорошо. А, вы смените название? Мы точно не смеем.
Отличный выстрел. Я... Сможешь добраться до меня? Отличный выстрел. Отличный выстрел. Я поставил сложное. А, хорошо. Немножко отличный цифр. Выстрел. А, играя в 92-м году вышла на автоматы, в 94-м на ПК. То есть у нас классика. Какая жалость. Ретро-гейминга, можно сказать. В принципе, эта игра похожа на остальные игры American Laser Games. Такие как Mad Dog, McCree. И представляет из себя типичный рельсовый шутер, в котором мы стреляем, и люди смешно падают. Да, он самая дорогая. А это наш рейнджер! На Твиче есть такая категория? Ну вот я не могу найти это. Твич не находит. Не повезло тебе, рейнджер. У него, короче, две жизни было. Я знал, что ты проиграешь. Я считаю, это неуважение. Я чуть потише сделаю. Америка Лас Геймс. А это наш рейнджер! Это очень все сложно делать. Я не знаю, как. Вот сюда, вот просто сделать общий звук тише. Нету здесь такого. Ну, да? А, ну ладно. Это же... Я вам только название обновил. Хорошо. Категории такой не нашел. Заталана! Да хватит, Заталана. Заталана. Не проведешь. А! Сложно, да? Конечно, ты мышкой надо забить вью, они из разных краев экрана вылазят. Он вообще на этом прибыл. А вот я, кстати, запускал порт 3D-ошный, и там надо клавой, короче, управлять. Посложнее, да. Ну, клава — это жесть. Прицеливаться клавой — это что-то уровня 4-го резидента. Ой, блин, это мерня. Вот так ты нам помогаешь. Ты только что убил колониста. А, кстати, в Мэддоге он тоже. Да, был. Да, этот у них персонаж-маскот, актер-маскот, так сказать. Может, это директор Американ. Не, это какой-то специально нанятый актер. Я про него тоже читала. Надо спасти старосту! Не подбегай, как враг. Отпусти меня! Вот, женщина. Что удивительно, игра дублирована. Да. А я, кстати, когда смотрел, я нашел раздачу, там игры American Laser Games, там их 7, и они, короче, в двух даже вариантах локализации, от 1С и еще от какой-то, типа, много у нас их издавали. Не повезло тебе, рейнджер. Я знал, что ты проиграл. Игра сложная. Игра сложная, да. Чё-то ты с мышкой даже, да. Отпусти меня! А он когда перезаряжает, он, кстати, Макс этот уводит вниз прицел, типа. Подстава. Да. Не стреляй, не надо! Просто... Прям геймплей. Мне нравится сейчас смотреть, как он умирать будет. А, не будет. Ты сейчас будешь умирать. Главное понять, в какой тайминг можно стрелять, какой нельзя, потому что... Ты не знаешь, с какого момента это работает. Отпусти меня! Жалко, что вдвоем нельзя, потому почему-то именно в порте на ПК нельзя играть вдвоем. Ну потому что они такая, вторую мышку подключили. Не стреляй, не надо! В двух геймпадов. Какие геймпады? Какой год? 24-й. Я уже говорила, ты забыл? Не, ну я тебе про то намекаю. Вот сейчас она такая пистолет выбросила, и такая, типа попали в меня, упал. Антон пишет, как же он плох. Ну, сами скачайте и попробуйте, я посмотрю. Это вам не в Сидж. Да-да. Да-да, вот это вот. Вот этот хедшот-то вообще всем хедшот. Что это загрузка? Второй диск ставит? Помогите! Помогите! Вытащите нас отсюда! Вот, в чате пишут в мою защиту, что некоторые игры норм поддерживают две мыши. Serious Sam, например, еще аркада какая-то, название забыл, Hammer что-то там. Где? Hammer Fight, наверное. Ну а что ты тогда две мышки не держишь, не пользуешься? Рейнджер, индикатор силового поля. Я думал, он скажет, возьми меня сейчас. Я просто вот... Стреляй по синему индикатору. Рельсовые шутеры, я...
Вдвоем ходила на двух геймпадах. Ну, в смысле. Резиденты. Dark Side Chronicles и Umbrella Chronicles. Помогите! Помогите! Вытащите нас отсюда! Версовые шутеры, они нормально вдвоем проходили с геймпадов. Прям все прикольно. Resident Evil. Ну, были части, которые сделаны как рельсовые шутеры. Они представляли собой компиляцию истории. Индикатор силового поля. Антон, ты что, не смотрел историю серии? Стреляй по желтому индикатору. А, говорит, по желтому. Все меняется? Да, блин. Я не понимаю, что мне надо в индикатор или надо их сначала отстрелять? Помогите! Помогите! Вытащите нас отсюда! Нет, сериал Лекс, по-моему, норм. Ну вот я не согласен, что кринжово. Ну, сейчас кринжово, но вот тогда норм было. Я играл на плойке первый в Mad Dog Macri, и прям круто было. Ну вот им про ковбоев, да. Помогите! Помогите! Да нет, вытащите нас чтобы отсюда! Чтобы показать вам, какие еще бывают FMV-игры, чтобы вы не думали, что это чисто только кинцо с выбором вариантов. Нет, бывает и такое. А не сдавайся, Рейнджер! Да. Ты можешь начать с того же места, где ты остановился! Я пытаюсь не сдаваться, но что вы от меня хотите? А тут есть жизни или как? Я чуть не поймаю. Ну, помогите! Это полоска, или это... Помогите! Это вытащите нас отсюда! Они, кстати, еще немного все время меняются, то есть, типа... Да, вариатив. Занг пишет, кто говорит про кринж, Нейтрона не видел. Не увидите. Да, нет, но у вас есть возможность увидеть Нейтрона. Индикатор силового поля. Dragon Lair. Стреляй будет? По желтому индикатору. Ну, вот, ХЗ. Катя, будешь проходить Dragon Lair на всех платформах? Я, кстати, проходила в свое время. Не уверена, что готова повторить. Помогите! Помогите! Вытащите нас отсюда! Я уверена, что ты справишься. Просто ты сосредоточься, давай. У Даура был манус, а у меня будет желтый индикатор. Тебе прям Прайм, до конца. Сияющий огонек надо четко попасть. Я не знаю, что они хотят. Там стоят два чувака, они стреляют. То ли их убивать. Вроде одного получилось стрелять. Индикатор силового поля. Так. Стреляй по синему индикатору. Ну, стреляй. Вот. Что они от меня хотят? В индикаторы, в чуваков. Что? Сейчас в чуваков. Я до этого я в индикатор стрельнул. Помогите! Индикатор закрыли уже, все, да. Сейчас, как он там, забыл. Ретро реквест. Нет. Ретро зон. Нет. Ретро зон. Ра. Подожди. Рефанд. Рейнджер. Индикатор силового поля. Рефанд. Можно квиз по программам СГ, названия которых мы не можем. Стреляй по желтому индикатору. А теперь по желтому. Просто слишком много передач с буквой R. Ты чуть деда не застрелил. По-моему, нужно просто стрелять по индикатору. Давай поверим. А в чем вот разница играть и продолжить? Помогите! Вытащите нас отсюда! Может, получи энергии синему, что в центре тебе предлагают. Кстати, да, луч энергии выглядит довольно маняще. Ну вот между вот этими штуками будет луч энергии биться. Рейнджер, ну, типа, индикатор силового поля. Вот в эту штучку попасть. Кстати, заметили, что главный герой все время молчит. Стреляй по желтому индикатору. Отличительная черта. Вот поэтому я получу. Главный герой чего? Главный вот герой игры? Да, мы Рейнджер. Но это главный герой этой игры, Артём. Помогите! Вытащите нас отсюда! Это же разочарованный. В смысле, это Фиби, что ли? Какая актриса? Актриса из очарованных. Ну это точно не Роуз МакГоуэн. Ну а какие еще есть актрисы из очарованных? Может быть там, где входит молния? Там же Алисия Милан играла вроде. Рейнджер.
Индикатор силового поля. И она, кстати, была прообразом для русалочки диснеевской. Стреляй по синему Фан-факт. Индикатору. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-ра. Может, там, где входит молния? Не повезло тебе, рейнджер. Да ты справишься. Пайпер пишет. Помогите! Пайпер, вы чё? Помогите! Вытащите нас отсюда! Мы, конечно, можем поискать роли. Пайпер — это Холли Мэри Комбс. Ща я найду. Холли Мэри Комбс. Роли. Но они мне вот крупным планом его показывают. Да, они показывают, чтобы крупным... него стрелять. Возможно, то есть, может быть, в этот момент не попасть, но это... Индикатор силового поля. Карьера. Фильмография. Стреляй по желтому индикатору. Хихикующая доктора снимала в фильме. Вот бабу я, кстати, пристрелил, а вот в какой момент я не понял. Так, ну, давайте я сразу на... Помогите! Помогите! Вытащите нас отсюда! Ты не успеваешь сначала в пиратов. По идее, конечно, надо сначала в пиратов. Попробую как-то... Рейнджер, индикатор силового поля. Она уже висит такая, ты чё такой тупой? Стреляй по синему индикатору. Страдаю. Вот тебе показывают прям крупным планом. Есть. Всё, да. Молодец. Ты спасли. Это конец игры? Староста Скай на капитанском мостике. Это, по-моему, какой-то Star Wars или что? Вот этот чувак из Star Wars. Разберитесь с ним на... Она не снималась вообще в игре. Спектр эмоций. Это поле удерживает Старосту Скай. Стреляй, когда оно красного цвета. Ничего себе тут. Игра становится все сложнее и сложнее, вы заметили? Не повезло тебе, рейнджер. Я знал, что... Не повезло тебе, рейнджер. Теперь повезло мне, рейнджер. А вот Dragon Slayer... Теперь не повезло мне, рейнджер. Все то же самое, только с самого начала надо начинать. Когда? И это жесть. Ну да. В Dragon Slayer. А, ну да, да. Типа проиграл, все, заново. Вы не сможете причинить мне вреда. Ну, если вы стреляете, так... Эй! Разберитесь с этим рейнджером. Это Кевин Смит, что ли? Блин? Свой этот снимает, как его, тюлень или как. Он сейчас раза в три меньше. Мне нравится эта дева в беде, прям такая в беде. Одежда у нее чисто такая космическая. Принцесса Лея. Надо догнать Талана! Блин, ты же умер, вроде тебе два раза в лицо уже стрельнули. Принцесса Лея была очень боевой девушкой. Не надо ля-ля. Ля-ля. Догоните Талана! Да ты напарил, ты че еще перемещаешься? Спасите Стал! Да ёб твою на ногу, ты! Вот так ты нам помогаешь! Ты только что убил колониста! А он нам как помогает! Вот он как нам помогает! Он тебе советы давал! Он тебе советы давал! Охерительные советы! Вы не сможете причинить мне вреда! Космодесантники Звездных войн! Разберитесь с этим рейнджером! Такая шипастая броня, они скорее из Fallout. Да не, я про наших и про их стритбол. Штурмовики, ты хотел сказать? Ну, космодесантники. Хорошо. Это синоним вроде. Похоже на сериал «Чародеи» антуражем. Надо догнать Талана! Хороший был сериал. Кстати. Блин, вот сколько клевых сериалов было в наше детство. В прошлый раз мы вспоминали передачи, сегодня будем вспоминать. Догоните Талана! Я помню очень классный Спасите сериал. Спасите старосту! Боишься ли ты темноты? Прям он как-то... Ну это как секретный материал. А по нему, кстати, тоже есть FMV игра. Да, да. Я ее внес
в наш список, если, конечно, вы его смотрели. Нет, раз ты выбежал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа, какой я. А-а-а! Сука! Какая жалость! Это да, подстава. А, кстати, Мадок тоже был, ты подстреливаешь, он лежит, лежит, а потом раз вы такой, и типа... Вы не сможете причинить мне вреда. А, можно скипнуть. Не знаю, просто чародей в Десятое Королевство. Я Десятое Королевство смотрела. Да, Десятое Королевство тоже был такой. Но он не как сериал был, мне кажется. Десятое Королевство как будто вот полноценные фильмы были. Я помню, еще был, короче, сериал, но это из совсем старого, мне кажется, уже никто такой не помнит. Надо догнать Талана! Арабелла. Вот, там тоже был мир сказок и мир не сказок. И был мир взрослых сказок. И в мире взрослых сказок были Фантомас. И это все, что догоните Талана! Вот, еще у Арабеллы родились дети, и они были стариками. Спасите старосту! Ходили такие два дедушки, потому что она была в каком-то мире, в котором все рождаются стариками, а умирают младенцами. Вот такая вот потрясающая история. Спаси Урсулу. Ну, вот, кстати, на эту тему был еще один аналог секретных материалов. Пси-фактор с Дэном Эйкродом. Не помнишь такое? Такого точно не помню. Но я вот в детстве больше, знаешь, по фэнтезне, чем по секретным материалам. Я секретных материалов только одну серию смотрела. Мне она не понравилась, и я больше не смотрела. Вот. Мне сказали, что это была не очень удачная серия. Надо догнать Талана! Надо догнать Талана. Я помню какой-то кринжовый фэнтези-сериал «Легенда о Вильгельме Телле». Был там, догоните, короче, Далана! Я помню прикол, типа вот был этот главный герой Вильгельм Телль, и у него была спасите старосту какая-то стеклянная стрела, что ли, на груди висела. Он же лучник, да, типа известный. Ну да, и он получай. Весь сериал ходил, носил эту стрелу, спаси, в конце Урсула. Достал ее и убил главного злодея. Ну, вот и весь да. сериал. Да. О, ура, мы спасли женщину. Спасите старосту! Спасите старосту! Да, это Гульман! Гульман, ты тут вот откуда? Господи, Гульман, блин! Почему ты стрелять не стал? Там вроде сказали, там стрелять тебе красный. Мне вреда. А чё всё смотри? Ну, Гульман меня развалил. «Однажды в сказке» — это, по-моему, что-то новое, да? Я не смотрела. Это да, это уже «Однажды в сказке». А, фантагерой или пещера золотой розы. Очень симпатичная была там актриса. Да, я помню, у нее еще была такая стрижечка под горшок. Блин, а я вот представил, если бы Антон играл в это на геймпаде. Спасибо. Блин, ты, вот ты нам помогаешь. Ты только да, что убил этот чувак, он просто знает одно слово. Почему у тебя сразу рука вот целится, стреляет? Потому что у меня мышечная память быстрее, чем мысли. Просто смотри. Я... Эй! Посмотрел, ты видишь, чувак в красном, значит, не надо стрелять. Красный — это свои. Ну, обычно красный — это не свои. А, или ты из этих? Мы, наверное, там, если пошукаем, у тебя томик найдем. Вопрос Антону, как тебе импакт от стрельбы, а с фиксацией попадания как? Лучше, чем в колде? Да, что угодно лучше, чем в колде. Да. Наверное, весело было у них в съемках игры. Я так понимаю, тут вообще с пульта играть можно раньше или нет. Спасите старосту! Ну он просто надо... не про Талана говорит, и я поэтому как бы не считал. Эту игру как... надо получаешь. Дать Максиму Орлову на разбор, типа там. Спасибо, как уже сложно починил. Он бы вам рассказал все про импакт от стрельбы. Зачем ты это сделал? Отличная работа, Рейнджер. А теперь транспортеру. Молодец. И даже не пришел Гульман. Да, Гульмана не увидел. Какое ощущение, что тут вырезаны. Почему я должен этих красивых женщин убивать? Ну, давайте они будут сюда забегать. Как бы. Я знал, что ты. А эти бомжи будут отстреливаться. Они выглядят как какие-то глэм-рокерши. Прям. Да, как будто на подпевке у Кис.
как группа, помните, Twisted Sisters? Вот такие. Смотри, да, ты думаешь, да, они... Я делаю хорошо, куча женщин. Нам нужно добраться до корабля колонистов. Вон они все. Стало нам, конечно, Рейнджер, надо разобраться. Вот тебе костюм. Понадобится система наведения. Но сначала надо сделать вот что. Он, по-моему, есть. На одной из этих планет спрятана мегапушка. А другие три скрывают кристаллы, которые вау. Необходимы для ее работы. Мы знаем, что мегапушку захватили пираты Талана. А вот где кристаллы, мы не знаем. На твоем пути тебе встретятся мутанты, шарлатаны. Но я помогу тебе. Сначала я расскажу, в каком порядке надо вставлять кристаллы в мегапушку. Кроны, затем небесно-голубой и огненно-красный. Именно в таком порядке следует вставлять кристаллы. Ты запомнился порядок, в котором стоит? Мы считаем, что только ты способен остановить этих космических пиратов. Выбирай, куда ты хочешь отправиться. А помните, как в экранизации Doom перевели BFG? Большая финальная глушила. Да-да-да, глушилова. Ну, давай, ты же помнишь все, что нужно делать. В одном месте пушка, а в другом колотушка. Рейнджер, там пираты. Почему эти люди так... Выглядят так, как будто... Самые классные костюмы были во втором Безумном Максе. Я там смотрел крупным планом эти костюмы потом. Там, конечно, да, особенно у... Одного Рейнджер. Из главных злодеев. Рейнджер, там, не стреляй! Чуть ли не хвостик у него торчал сзади. Этот чувак это выбежал забавно. Только ради того, чтобы сказать, чтобы в него не стреляли. Не стреляй в то, что индеец вытащит из костра. Но постарайся опередить молнию. На выглядит как злодейка. Ну ладно. Не стреляй в то, что индеец вытащит. Мне прям интересно, что он из конца... Откуда? О чем ты там думаешь? Мне просто интересно, что Рейнджер вытащил. Ах ты ж! Осторожно, Рейнджер! Твоя энергия на исходе! Да. Мое моджо, так сказать. У меня черный экран. Да, у нас тоже. Все, это лимит. Ну, что с жизни кончится. А такое бывает в этой игре? Вид пул, тишина, звук, пауза, играет, двойное окно. Двойное окно? Двойное окно. Отпускать курс, опускать курсор для... Нет. Есть ощущение, что надо будет нажать новое? Я не хочу так делать. Рейнджер, я починил, там пираты. Блин, молодец. Программист. Молодец. Так, я пролетел на эту планету. Бить пирата, купить волчок. Волчок у меня заканчивается. А почему небо черное? Рейнджер, не стреляй! Скайбокс? Ночь? Ну да. Вон планета. Мы в космосе вообще, да. Ведь известно, что... Не стреляй в то, что индеец вытащит из костра. Но постарайся опередить молнию. Какие-то загадки еще тут. Опередить молнию. Это интересно, как-то иносказательная какая-то метафора опередить молнию. Ну или... там нет, там я думаю будет. Путешественник, вот, подходи вот к костру, вот пирата. Возможно, он поможет нам разглядеть, где находится кристалл. Не, прикольно дубляж такой. Да. Не стреляй. Никто не ожидал, что он. Тебя не проведет. Кристалл там. Так, теперь надо... Блин, Антон, так, тебя не проведешь прям. Да, хорош. Да, так, ну, конечно. Старайся перейдеть ему. Ты уверен, что в него надо стрелять? Чё, чтобы победить Талана, надо иметь орлиный глаз. Попробуй попасть вот по этому. Отлично, Рейнджер. Лава-лампа? Отлично, Рейнджер. Они разного цвета, мне надо? Отлично, Рейнджер. Да, тут, кстати, как, в какие можно вообще? Отлично, Рейнджер. Почему ты стреляешь по синей, разбивается красный? Да, отлично, да, да, да. Ну они сняли один раз, что им две лампы ради этого, что отлично, ли? Отлично, Рейнджер. Ломать. Ого. Это мы прошли или нет? А это вот ты скипаешь или оно само? Не-не-не, так и есть.
Отлично, Рейнджер. Ну, считайте, мы прошли этот сегмент. Напомнила мне ту игру про бульдозера детей. Вот, когда 4 блока. Про бульдозера детей. Очень грустная история, походу. Детская игра про тех. Бульдозера детей. О, а тут они... Ах ты ж. Тут они, видите, уже не в космосе, потому что небо не черное. Ну, другая планета. Разные планеты. Не сдавайся, Рейнджер! Ты можешь начать с того же места, где ты остановился! Спасибо. Эти пираты вооружены до зубов. Отличный шанс потренироваться в стрельбе. Приветствую тебя, Рейнджер. А почему так получилось? Я нахожусь прямо за поясом астероида. Там не было кнопки продолжить. Сможешь добраться до меня? А, то есть все-таки конечное, видимо, число жизни. Ну, мне кажется, было бы ролики можно смотреть. Классный корабль. Нифига себе, что за обзор. Это обзоры? Давайте смотреть обзоры. Space Ace, defender of justice, truth, and the planet Earth. Ace is being attacked by the evil commander Borg. Hold your fire! Who is that creep? Borg! Ну, это от создателя Dragon Slayer. By the Infanto Ray. Это следующая его игра. Я просто помню, что японцы тоже делали что-то похожее, но в своем более... Да. Анимаш там с этим тоже очень красиво было, блин. Очень красиво. Как мило, что они показали нам, какие игры сейчас. О, точно, когда чел становился ребенком и взрослым. Да, я что-то такое помню. Так, давай... Вот и Dragon Slayer. Ну, первым мы знаем, давай. Mad Dog McCree. Вот, Bounty Hunter, что это такое? Say, I bet you're that famous bounty hunter the whole town's a buzzing about. Я думал, охотник за... Well, you got guts. Ну, это Mad Dog McCree продолжение, мне кажется. Нифига. I'm handsome boy. А мы не будем выходить? Hey, look at me! I'm way too good looking for jail. They call me Nash. Естественная обстановка, так сказать. Шляпе. I'm gonna kill him with something to be ashamed of. Пони недалеко припаркован. Killed more than 50 bounty hunters just like you. Before I even knew it was against the law. Слушай, ну тут бюджет побольше прям. Then of course there's Zelda. Crazy love box and twice. In this cantina, the tequila always comes from the little problems. Me! Last and certainly least, there's the cactus kid. Ну, проблема, что это тоже сраный тир. I got not deserved, right here. Ты выбирай, или тир, или заучивание кнопочек, как в Dragon Slayer. Не, я выбираю что-нибудь типа... Walking Dead, где надо делать выше. Или что-то типа она сердится, да? General Clinton Briggs. Ну, Walking Dead, он же не FD. Не, ну понятно, но я имею в виду, что... Формат интерактивного кино. Because you got that brave look in your eye that says you ain't afraid of nothing. Что-то затянулся трейлер. Ну, он пусть сломал. Так, о. Интересно, какой бюджет у этого трейлера? Let's kick some butt. О, нифига, как в Матрице. Я просто думал, можно начать интерактивное демо. Ты уже был готов начать перестать по демке. Это просто трейлер, Антон. Ну, у меня видишь, этот, я до этого прицела вроде не было, я такой его потянул, такого есть прицел. Опа. Не, ну, патруль, да. Ну не, ну они прям постарались, я смотрю. На спецэффекты не поскупили. Смотрите, как American Laser Games просто, видимо, гребла бабулу. Им не нужны вот эти были невидимые склейки, короче, с местными выборами, стрельбой. Просто вариативность. Вот Space Pirates это наша, а вот что-то вот это Джонни Рок. Как та игра, в которой убил, кто играли, кто убил дядю Маркуса. Приквел.
The cops have closed the file. Это, видимо, какая-то такая нуарная игра в нуарном сайте. Они, видишь, окучивали все эпохи от будущего и космоса до ковбоя. И интересно, какая игра была самая популярная при таком разбросе сеттингов? Мне кажется, там просто любители этого дела потребляли. Ну, то есть я люблю рельсовые тиры, но я, типа, я буду покупать все игры, независимо от сеттинга. Да, ну, так, чтобы много, наверное. Я думаю, они, это, знаешь, они с каждой новой игрой все хуже продавались. Это вот как первая от... Ну да. От Зинги. Когда они первую сделали, а потом давай еще сделаем фермы по всем сеттингам. Oh, первый раз ты, конечно, прикольно, потом ты понимаешь. Ну, видимо, поэтому жанр, в принципе, себя и жил. Ну, это то же самое, что вот Telltale. Выпустили Walking Dead, и потом как по конвейеру, ну, одно и то же всё. Закрылись. Ну, если клёвый брать, ну, говорю, Страна дождей достаточно прикольно. Он там... Он... с анимацией. Ну, там, походу, тоже этот, ну, обрисовка, то есть, идет там, потому что очень красивая, ну, анимация. Пишут, вот, японская интерактивная называется Time Gal. Да, по-моему, это она, я слышал про нее. Ну, она прям очень красивая. Но, ну, насколько я помню, больше. Она там... Она еще сложнее, чем Dragon Slayer. Это что-то для ТикТока, я так понимаю. Или для YouTube Shorts. Кстати, чатик, видели наши шорты? Один наш шорт. А у нас они есть. Вот это подводочка, да? Ну, явно для ТикТока. Да, ну, ну, может, это для вертикальных телеков специально? Ну, вообще, игры создавали для первоначально, вот первые игры... Это для аркадных автоматов, по-моему. Да, для аркадных автоматов. Потом уже они портировались на домашнюю платформу. И доснимали слева и справа. Сейчас крутану, сейчас достану игру. И не 3D пистолет такой. Искрами стреляет. Так, и что? Вот это еще. А, ну это классика, да, это. Ну и все. А ну. Драксвар. А, ну Драксвар я помню. Эй, Тавкай! А что ты хочешь? Это вторая часть Crime Patrol. I am Lopez. Lopez! The narcotics king. Take a look around, top guy. Nice, huh? I have the mansion. Это реклама внутри игры, да. Это в игре были ролики с другими играми, которые вы можете приобрести, видимо. Так раньше вообще демки были. Да, демки — это круто. Ну чё, всё ты думаешь? Ну да, мы уже... Третий час заканчивается. Так а может ты включишь просто легкий режим и покликаешь ее по-быстрому? Эти пираты вооружены. Да тут не проблема в сложности. Привет, у тебя рейд. Нет, там именно... Иногда в что-то надо попасть, непонятно в что. То ли в какую-то херню. А для этого, знаешь, нужно слушать, что дядечка говорит, и тогда все будет хорошо. Нет, опять все сломалось. Я ничего не делал. Антон, мистер Ломастер. Я в прошлый раз, по-моему, через управление паузу играть, вот что-то вот так вот починил. Ну, по-моему, паузу играть. Ну, давай. Не так я далеко ушел, что... Отличный шанс потренироваться. Будет обидно, если... Приветствую тебя, рейнджер. Я нахожусь прямо за поясом астероидов. Сможешь добраться до меня? Отличный выстрел. Мы дядечку должны встретить, получается. Не знаю. Все, CD-рум заел. Я не знаю, надо чистить сейчас. Надо чистящий диск достану, засуну в этот, в Damon Tools, и, короче, почищу. Ваткой, да, протереть одеколоном. Да, да.
Ну, я думаю, достаточно. На сегодня мы и так посидели. О, заглушка меньше стала, что ли? Да, заглушка уменьшилась почему-то. Ну и ладно. Ну вот на Ютубе прохождение 20 минут, типа, занимает. Ну, там, наверное, какие-то спидранерские тактики. Но да. У меня вон оно зависает, я не знаю, что видно. Вот, вот такие дела. Вот такие вот игры раньше делали и сейчас делают. Мы посмотрели одну современную игру и одну старенькую игру. А выводы, как говорится, остаются за вами. Да, главный вопрос, она была мужиком или не была? Ну, мы пришли к выводу, что была. Да, что она переодевалась. Такая. А она сердится и переодевается. Да, спасибо, что пришли. Мы повторим через недельку, я думаю, так сказать, попытаемся сделать эти стримы регулярными в каком-то формате. Да. Ведь так? Конечно. Конечно. Ну, смотрите, у нас даже есть специальное оформление. Да. Поэтому... Да. А попробуем показывать какие-то другие жанры. Я нашел несколько шутеров. Именно не вот как тир, а именно с управлением. То есть шутер от первого лица, но актеры в виде фигур. Ну, как в Mortal Kombat, к примеру. Есть еще разные игры в разных жанрах. Вот Катя упоминала уже сегодня Королевскую битву в формате FMV. Я не знаю, что это, но интересно было посмотреть. Но там не Королевская битва в формате FMV. Там... Но она так там и называется. По сюжету ты играешь. Ну, это обычная игра этих уэльцев. Уэльц, да. Только у них там... Она небольшая, ну, есть несколько вариантов прохождения. Ну, там чисто на выборах. Ребята, очень классная рубрика. Я буду вас поддерживать, но понемногу. Спасибо. Да, спасибо всем тем, кто поддерживал. Соберем когда-нибудь на Метрона, и я думаю, это будет... Обязательно его постримим, да. Да, это будет смешно и забавно. А если мы скажем, всё? Что... Да, скажи. Рандеву с незнакомкой сейчас наберется по-бырому, нет? 30 секунд. Потому что надо было писать Метрон вместо лазера-лазера. Метрон. Ну, это каждый раз. Ну, там сейчас нету места. Ладно, без разницы. Вы расстроили Антона. Да. Антон сердится. Он сердится. Не будем на это акцентироваться. Все, всем спасибо. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. Увидимся через неделю. Да. Камеру надо искать, эту стопку. Я специально не останавливаю, чтобы выглядели так тупо. Типа в ожидании, типа выключения трансляции. Давай.